А что мне тут выбирать? Я же не знаю. А где? А еще в Украину привезут? И когда приедет? Одеваем. Бля, а можно где-то так, чтобы типа я заказал и мне пришло? Типа, ну, есть помощь какая-то? Я хочу, типа, вот, я хочу вещи. У меня есть деньги. У меня нет вещей. Я выгляжу как бомж. Рили, я фул бомж. Мне нужны бабки, 20 зеленых. Асус. Я правильно зашел или нет? Нихуя у меня тут донатов. Злой, если хочешь брендовые шмотки, то покупай на Asus. Но это надо заказывать. А если на месте покупать, то можешь посмотреть магазины по типу Crop и H&M. А можно посмотреть такие магазины по типу Украины, блядь, чтобы я... Брендовые это что? Ну вот, да. North Face, блядь. Ого, что-то... Да хуя! Это что за цель? Что это, блядь, такое, нахуй? О, ты шо? Ебать, а что так дорого? Это за футболки 40 долларов? Тысячу гривен? Хм. Дядь, утром зашел в телегу, смотрите расписание стрима, а там ссылка, что GTA 5 забрал. Спасибо, удачного стрима, Donation Alert отключил, у бота в чате поменяй ссылку на доната. И да, злой пиздюк, не тильтуй, дядь. Я не тильтую, братик, я сегодня тоже не выспался просто, извините. Но я такой спокоен, типа, я фул на спокойничах. Ну, блядь, ну это дорого что-то, блядь. Ну я не понимаю в этой хуйне нихуя. Как Индианыч? Фартеч, блядь, я сейчас опять чекну, какой-то хуй вылезет голый. Он приедет? Это приедет мне? Оно приедет, Индианыч? В Украину приедет мне? Обувь. Я взял обувь, блядь. Что-то, сука, не... Шо это такое? Шо это такое, блядь? Фу нахуй. Шо ты, блядь, наклацало мне тут уже? €153. Что-то... Для него. Для меня, точнее. Чё за хуйня? Сколько? Слушай, а есть подешевле что-то? Что это за люди, блядь? Почему так дорого, нахуй? Я не буду за футболки такие деньги давать. €300, блядь. Это ж три, кто вообще такой? А что так дорого, блядь? Он с газеты... Что это за штаны, блядь, с газет? Блять, с газеты штаны сделал, посмотри, блять. С газеты сделал штаны, блять, €300. Да я ебать тебе с комсомольской правды, такие штаны ебну, ебать. Что ты за хуйню мне по... Что это такое? Это бабушкины тюли, блять, спиздил где-то. Сколько, блять? А чё так дорого? Слушай. А это шо, блять? Пижама, блядь, дорожный патруль, блядь, какой-то. Чел, вы чё, рофлите? Это что за, блядь, прикид, нахуй, вообще, блядь? Что это за педали, блядь? Там мне в таких педалях нос сломают на районе. Я не буду такой... Не, ну тут вот это что-то интересное. Вот это такое цикавое. С лисечками. Лисечки классные такие. Вот это более-менее что-то.
смотрится. Это интересно. Вот это. Блять, а давайте что-то по 100 гривен есть там. Гуманитарка какая-то, блять. Гуманитарки какие-то. Дед, блядь, нихуя ты дед, блядь, тоже, блядь, нихуя ты, сука, на старости лет, блядь, педали, нахуй, 1000 евро. Весна-лето 2020. Я не модник, я не понимаю этой движухи. Что это, блядь, в дерьме шорты какие-то? Обугленные. Блядь, чё, вы чё, рофлите? Типа, не понимаю рофла это, типа. Это же, блядь, вообще уёбище, фул, нахуй. Типа, ну, как это носить, блядь? Это рофл какой-то? Вон, педали прикольные. Педали прикольные. А это что, блядь? Я тебе говорю, это обои, чисто батя такими, блядь. Во-во, ебать, вот это имба, вот это я бы взял, мне такое нравится. Это футболка Валентина за 700 евро? Вы чё, блядь, мне тут... Вы чё, мажор нахуй? Мажора увидели тут-то, блядь? Я просто так... Это что за уёбище, блядь? Ты посмотри. Блядь, не футбол... А это что? Не, это ещё норм. Это что такое? Это кольцо... Блядь, это... Блядь, тоже... Я хуею. А это что? Это что, блядь, за бронежилет, нахуй? За 1000 евро. 1000 евро за кофту, чел! Wake up! Чё так дохуя? О, вот это прикольно. Блядь, ну так дорого, ты шо? Я никогда в жизни такие бабки за шмот не отдам. Я никогда в жизни столько... Это 30 тысяч гривен! За одну ёбаную вещь! Не! Не, блядь, дядь, я никогда в жизни столько не... Это что такое, блядь? Не, ну это прикольно выглядит, не соглашусь. Не знаю, мне что-то в этом нравится. У меня бабушка такое носила. Сука, оно в цене там, блядь. Может взять. Ух, ёб твою мать, блядь. Я чекну, брат. Посмотри, Вадики, брат. Спасибо за донаты, пацаны. Спасибо за поддержку. Бля, вот это мне в кайф. Бля, я бы хотел такое себе, грязное такое. Такую рубаху, бля, ну такая яркая. Ну у меня нету шмоток. Вы видели мои капцы вообще? Хотите, я педали свои покажу, в которых я летаю? Хотите? Я второй год уже у них хожу. Хотите, покажу? У меня одна пара обуви. Одна. Сейчас. Вот это мне везде. Это мои педали. Найки. Вот они. Три раны. Я в них везде хожу. Охуенные. Классно. Сейчас я их отнесу. И чтобы вы понимали, типа, я хожу в них целый год, я не выкупаю в шмотках. Ну серьезно, я не выкупаю. Не парься, зайди на сайт End, там скидочки вообще not bad. Ну и сейчас чекнем. Бля, я хочу вот эту хуйню. Ну я как клоун буду, да, наверное? Спасибо на сотку. Хуйня, да?
Бля, денег много. Чекни инстинкт. Вот нормазин инсте, брат. Сейчас я чекну, братишка, сейчас я чекну. У меня батя вот в таком ходил. Блять, я не хочу такие бабки отдавать, рили. Ну типа я не такой чел. Да столько денег, блять, вы кидаете! Посмотри на розетки, там есть и недорого. Мы тоже чекнем. А это что, блять? Это что, блять, в мясорубку меня... Что это за хуета? Вот такое можно выйти на улицу? О, меня за такое, я не знаю, чисто... Ну что это такое, блядь? А если загоришь вот так? Загореть вот так, ты представляешь? Пиздец, нахуй, я ебу, блядь. Джемперс, ебать загореть вот так летом на огороде, пойти картошку посапать. Ебать, мама бы охуела. Тем более 700 евро, она бы меня за эти деньги, не знаю. Бля, вот это прикольно. Ой-ой-ой, ёб твою мать, блядь. Ебать, вещь классная. Вещь-то классная, блядь. Опасная, блядь, я бы сказал даже. Нихуя там... Узоры, блядь, на вещи. Ёбаный сыр, блядь. Ебать! Ну а вот это что, нахуй? А это что? Это фул ёбище. Ну, типа, рили. Посмотрите на эту футболку. Она как будто... Просто на неё что-то вылили. Ну, рили, просто на нее что-то вылили. Ну, типа, я не понимаю. 650 евро за что? Блядь! Ай, сука. Тут и так, нахуй, как в бомжатне, ебаный, блядь. Еще вода разлилась. Сейчас, пацаны, подождите. Тут и так, блядь, воняет, нахуй, блядь, уебищно. Ну вот эти прикольные. Ну прикольно. Вот такой мне нравится. Вот такой я бы взял себе. Вот только, наверное, их бы я себе и взял. Бля, буду. Вот их бы я себе взял. Ну, сука, дорого, да? Блять, как же дорого. Ёбаный рот, блять. 100 сабок. Ну не 100, а 50. 50 сабок. Став, да? Мне пишут все, чек не став. Слушать дам, которые говорят, в команде не стоят. Это просто оверпраснутые говно салика. Я понял. Не слушай дам, которые говорят покупать или не стоят. Это просто оверпраснутые говно салика. О! Тут уже поинтереснее. Чек не стрёмный обзор, там всякие группы, где... Да блядь, да нахуй. О, тут уже что-то нормально по ценам даже. Группы, где шмот по скидкам. О, тут и же по ценам что-то культурное, блядь. И вещи интересные. О, это уже, это моё, блядь. Футболки, поло. О, это моё. Всё, я попал, слушайте. Только какой у меня размер? А какой у меня размер? Кельвин Кляйн, Л-ка у меня. Л. Не слушай чат, попроси девочек тебя одеть. У тебя фруктоска в чате, она скажет, должен были ты одет. Они хотели в чисто стиле. Почему-то девушки не заходят ко мне в Дискорд, хотя я сижу тут один. Могли бы зайти, да, фруктоска? Помогла бы. Нет, блядь, никто не заходит. Половьтесь, пацаны, нам нужна ваша помощь в чате. Вы на Farfetch'е одеваетесь? Пацаны, я в шмотках просто ноль ебаный. Рили, я в шмотках просто зиро. Вот. На XXL поискать, мне говорят, да?
Сделай и реал стрим из торгового центра во время карантина, давай, брат. Индианыч, там убирают у тебя или нет? Блядь, а чтобы приобрести себе, давайте. Да я могу бы, блядь, Л-ку, да? Да я подороже мог бы, блядь, взять футболки, типа даже. Если ткань заебись, типа можно. Мне не жалко. Вот это мне нравится. Ну такое мне нравится. Я не знаю. Идите нахуй со своим Асусом. Там, блядь, так дорого. Ебать я в рот ебал. Павел? Чекнешь мод Road to the Dream. Ой, блядь, ты шо, ёбнулся, дядь. У меня ещё есть охуенный, типа, сайт Black Limit, на котором я одеваюсь. Ну, одевался. Понимаю. Выгляжу как уёбок. Но у них пиздатые шмотки. Типа, допустим... А мне можно там, типа, мужская, мужские... Так, а мне есть что-то... Ну, я всегда тут шмотки брал. Кто сообщат включил? А, ну пускай будет, да. Тут тоже классные вещи, качественные. Бля, ну надо что-то пиздатое. Что ты? Худи скандал? Блядь. Хуя не буду носить. Не, нихуя у них нет вообще. Так, вот тут-то нормально. Вот это мне в кайф. Сейчас я повыбираю чат. Ты, блядь, какой-то... Какое у меня есть? Это простое надо. Вот такое, блядь. Простенькое что-то надо. Вот такое, блядь. Вот такое. Ой, блядь, ебать, я чуть не... Артурик, привет, я тебя забайтил. Добавь дрезы, а то после стримфеста кинул тебе один кассик, а ты, бля, не добавил. На группу подписан трек. А я что, я за донаты... Я не добавляю за деньги, блядь. За деньги? Я не добавляю, друзья, за деньги. Кто ты там? Я сейчас чекну тебя. Если тебя знаю, я тебя добавлю. Если я не знаю, тебя добавлять не буду. Я не понимаю в этом дерьме. Не благодари. Не благодари, Алексей. Джоли Белл, Алексей... Покупать надо у своих. Он тоже украинец. Атипедия. Блять, что мне в этом ходить, блять? Бомж! Вы чё, рофлите нахуй? Я знаю, что рюкзаки хорошие. Мне говорил кто-то, что рюкзаки у него хорошие. У меня сайт не работает. Все, у меня сайт упал. Блядь, рюкзаки хорошие, но я не... у меня есть свои.
Тряпка, блядь. Работяга. Я чё, блядь? У меня ярлык в жизни, по жизни должен быть, что я бомж, блядь, тряпка или работяга. Да, блядь, какой себе уважающий человек такое носить будет, нахуй, ебать. Я просто обычную футболку одену за 40 гривен, блядь. 1500 рублей, блядь. Я ещё долбоёбом? Не, чел, это уёбище. Типа... Чекни магазин, а то шарф. Шарит за магаз. Я скопирую, я чекну. Типа, говно. Вы чё, рофлите, блядь? Не, ну это жёсткая хуйня какая-то. Вот это вот, просто вот эту бы купил. И всё, блядь. Типа, если ткань охуенная, вот эту бы купил, обычно. Всё. Белая, фу, белая. Ого, 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 вверх. Ооо, ты шо, грязюка. Ого, такое мне в кайф. Ой-о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 й
Угу, я такую грязюку такую люблю. А что это такое? Только не какую-то хуйню, не перекинь меня сейчас там, блядь, корей. Ну такое я люблю, это что, сетки? Так, аксессуары, низ, события, лукбук, вверх. А чё вещей так мало, блядь? Слушай, спасибо, брат. О, такое я бы себе взял. Не-не-не-не. Вот такое, да, я бы себе примерил бы. Блядь, мне надо что-то делать с этим. Это так не пойдет. Мне надо какую-то движуху, типа вот такую. Типа муки. Шмотки. Муки, шмотки, блядь. Типа что-то вот такое. Вот. Ну что-то сохранять надо. Ого, ебать. Футбол. Полк. Мне нравится такое. И вот такое мне, ой. Это женское? Только не говорите, что это женское, блядь. О, мне такое в кайф, вообще. Мне такое в кайф. Да поебать, унисекс будет, блядь. Хули. Хули, блядь. Бля, прикольно. Ой-ой-ой-ой-ой, блядь. Я люблю такое, типа, мне такое нравится. Как, блядь, тебе клацнуть, нахуй? Я, ой-ой-ой. Сука, выглядит как реклама, я тебе говорю. Ну мне похуй, блядь, мне нравится такое. Злой, знаешь, супер пиздатый сайт скинуть, тебе там зайдешь, мон. Сменим трек. Ой-ой-ой, не-не-не-не-не-не-не. Ой-ой-ой-ой, блядь, сейчас наклацаю, сука. Мне нужны бабки! Фотка зеленых! Как-как-как. Да я ебу, брат, я думаешь, помню нахуй. Да я тебя не знаю. Напомни, блядь, я не знаю, типа. Блядь, просто я, у меня нету такого, чтобы. Да я ебу, кто ты вообще? Пиздец. Я говорю, как есть, блядь, я типа не знаю. По... И смысл, что ты был у меня в друзьях, я тоже не понимаю этого. Мне вот такое простое нравится. Ну как вам? Ну просто обычная футболочка. Нормально? А? Просто прикольно. Нет? Залупа? Ладно. Вот это. Shit happens! Shit happens! Shit happens, а?
Голосование. А вот это. Как же сложно читать ваши сообщения, когда вас дохуя. Ну, это дефолт, блядь. Выйди нахуй, пишут. Вот это. Норм, пишут. Бля, ну давайте чат. Бля, мне все тут нравится. Только давайте так, чтоб на парней. Чтоб на парней было. На их страницу. Вы, блядь, сайты не ломайте. Сейчас, сейчас, в кропе я был. А, голосование, да уже нахуй надо, брат. А, ты красава, хорошее голосование сделал. Блядь, вы на сайт зашли? Он просто упал нахуй. О, такая малая, ты шо? Ой, блядь. Бля, мне вкатывает, я не знаю. О, где таких красивых дам найти? Так, мы пока... Стойте, мы пока просто клацаем. О, нет, это такое носить не буду. Это какие-то шаровары, блядь. Я такое носить не буду. Я не буду такое носить. Это шаровары какие-то, блядь. Ну, такое я бы взял. Ну, тоже, блядь, хотя чел выглядит в нем пиздец, как уебищно. Как будто его заставили это одеть. Как будто школьник, блядь, какой-то. О, это мне нравится. Это мне нравится. Слушай, может за какой-то пиарщик? Хотя на 6 тысяч человек мы тут смотрим шмотки их. Могли бы, блядь, может бы и написать им там. Привет, у меня сейчас стрим. Не хотите ли, блядь? Ой, мне вот такое нравится тоже. Да что бустер? Бустер он просто так... Ой, бля, я вот это тоже прикольно хуйня. Так, это вторая страница. У меня вот это интересно. Вот это тоже интересно. Чекни. Не-не-не, брат, ссылки с чата я не чекаю. Посмотри канал. Ага. Как правильно фитить вещи. Научись сначала фитить базовые вещи. Ты, сука, объясни мне, что такое слово фитить, блядь. Фитиль, блядь, я знаю, в пушке есть. Заряжаешь, блядь, фитиль подпалил. Хуйнул. Фитить, блядь. Объясни нормально, блядь. Фитить. Насколько я знаю, все унисекс. Можешь еще чекнуть магазин Хулс. Сохраню, брат. Сейчас я чекну. Просто эту страницу подгружает, блядь, полгода нахуй на этом сайте. Ну, это такое себе, да? Я такое, нет, хуйня. Блядь, а какие педали брать, чтобы это носить? Я вообще любитель в шортах ходить. Я не люблю штаны летом. У меня только спортив... Нет, это, блядь, опять шаровары ебаные. Блять, пиздец подгружает, 2 дня нахуй. Ебать, там что, блять, на микроволновке у них сайт стоит, что ли, блять? Пиздец, блять. Штаны, джинсы, а шортиков нету? Ну, блять, рили, смотри, блять.
Короче, голосуем. Модератор, записывай. Глич лого. Блять, давай по три номинации, потому что тут дохуя. Давай вот так. Глич, классик и М65 в голосовании. Глич, классик. Блять, хотя такое... И М65. Блять, что это такое нахуй вообще? Бля, не, вот эта залупа мне должна пойти. Эта залупа мне к лицу будет, я вам говорю. Она к ней к лицу будет, изи. Мне такое всегда к лицу. Мне нужны бабки! 20 зеленых! Как калька! Алло, релешка! А куда ты налетел? Куда ты полетел? Слышишь, блядь? А, понятно. Это, блядь... Бля, вот это я точно заберу. Самурайская черная, белая три. Ну это, короче, мы забираем 100%, да? Глич полка. Вот это нахуй. Вот это. Самурай джакет. А? Ну прикольно же, я думаю, это дерьмо мне будет к лицу. Мы купим все это, будем на стриме мерить. Я возьму это и это, да. Я хочу еще... Не знаю, эту футболку стоит ли брать вообще? Стоит брать? Нет, как думаете? Да, пишут, давайте тоже возьмем. Оденете бомжа. У меня она есть уже. Осака Найки. У меня она уже есть. Блять, вот эту кофточку хочу еще. Блять, тоже такая яркая, пиздец. Я любитель такого дерьма просто. Когда холодно будет, одеть, да? Ну тоже пиздато. Мне нужны бабки. Эти футболки на хардовый чек не. Это футболки от Art.ca, чек не тут. Ссылка нормальная. Можешь дать мне проверить? О, ебать там вообще. Ты шо ёбнутый, а что ты за... Брат, что это такое? Я не буду такое даже показывать. Это какой-то... Говорит, начекни, блядь. Это мне с мамашей, блядь, футболку снимать, что ли? С мамой фут... Не, брат, это что-то вообще пиздец полный. Мне с мамой футболку снять, блядь? Или с девочки, блядь? Что ты мне... Не, брат, что-то, блядь, грязно, что-то напиздел. Это я тоже беру. Так, чай. Это оно есть. Короче, у нас есть вот это хочу тоже. Бля, мне нравится такое. Блять, я беру нахуй. Пошло оно в пизду. Раз живем, раз не берем. Короче, у нас есть три футболки, два худи и один жакет. Заебись, это на все лето мне хватит. Типа, я думаю, больше нахуй надо. Давайте, короче, какие-то шортики грязные, да? Пиздатые шортики к этому дерьму подберем. Потому что я люблю шорт. И педали, потому что я не хочу ходить в этих педалях. Ну, серьезно, это не педали, это говнодавы. Ну, типа, с ними только на спорт. Типа, надо пиздатые педали. Такие, пацаны, сразу говорю, я хочу такие, чтобы мне было очень уютно в них ходить. Я и летом очень много хожу. И я хочу уютные, а не красивые. Пиздатые хочу. Тогда давайте что? Изики? Порсы? Что? По-русски, блядь. По-русски можно?
Так, я вижу какие-то Nike P600. Ну, чел, ну что это за... Я считаю, что... Есть что-то, блядь. Форсы. Форсы. Бля, это что-то такое хуета какая-то грязная, огромная. Не, блядь, они не будут. 350. Блядь, ну вот это уёбище. Короче, братан, название сайта, ты сам рик скидки огромные набираешь, что надо, бренд, ты все есть. Доставка бесплатно, можно и промо найти. Подожди, мне тут АФК кидал еще один сайт, Хулс. Бля, Хулс, знакомый такой канал когда-то был. Толстовки, подожди. Блядь, ненавижу хром. Сейчас, подождите. Сейчас. Бро, чекни Adidas Night Jogger, можешь чекнуть Adidas Инки. На лето самое то, они очень удобно должны быть. Сейчас чекнем. Блядь, охуеть, меня чат одевает, блядь. Это так охуенно, сейчас мы... Да иди ты нахуй, слышишь? Так, мне надо... Что у них тут есть? Футболки, толстовки, штаны. Давайте просто чекнем. Ой, блядь. Ой, блядь. Не-не-не, это не мое, брат. Так, братишка, что ты там мне советовал? Adidas, Night Jogger. Бабки не проблема, пацаны. Ой, слушай, они нормальные. Очередной провал от Adidas? Так а что ты мне напи... Да, брат. Злей. Да. Артурчик. Алло, да, Дмитрий. Здорово. Привет. Мы что сегодня делаем? Мы играем сегодня во что-нибудь? Типа Монополии, там Алис, не Алис, не знаю. Монополию можно чуть позже, но я сейчас лук выбираю себе. Кого выбираешь? Для борща? Шмотки. Да, лук для борща. Шмотки выбираю. Да. Я понял. Че, выбрал уже что-нибудь, нет? Да не, педали выбираю, вот. Вот эти бери нормальные. Да не, это еще такое. Слушай, а мы можем фруктоску сюда перекинуть? Давай сейчас перекину. Только главное, чтобы она ничего не пищит. Фруктоска! Фруктоска! Она уже... Фруктоска, мы стримим, тихо, мы стримим! А то ты просто... Найт Джокер, хуйня какая-то, блядь. Слушай, мне я тут лук выбираю. Хочешь, подскажешь, ты же девушка. Я, типа, какой я к тебе стильный приеду или как уёбище? А, я видела, ты на эти сюда выбираешь. Где? На отсосе. Так сразу, что ли, блядь? Мы недавно только познакомились. А, да не, что? Блядь, что-то какие-то педали дешевые, я, блядь, не доверяю таким ценам, серьезно. А ты что, кеды хочешь себе или, ну, кроссовки? Залейте на сайт Найка, там можно кроссы прям под себя сделать и расцветку, и тогда... Ну, больше. Типа, смотри, мне нравится очень свободная обувь. Очень свободная. У меня Найки фрираны, они очень свободные. Я не люблю, чтобы мне душили, чтобы они были огромные, я хочу безумно свободные. Тебе нравятся изики? Блять, да, сука, все в вот этих ебаных изиках ходят. А, ну тогда ладно, тогда другое давай. А что ты любишь, ну, из фирм? Да мне похуй, я в Найках всю жизнь ходил. Ты чекай Найки тогда. Ну а посоветуешь ты что? Ну мне Найки нравятся больше, чем Adidas, допустим. Это сама Adidas ношу. Сама Adidas носишь? Угу.
Ну и что тут нахуй, блядь, купить, если оно все по-уебищному выглядит? А ты, ну, типа, любишь один цвет или разноцвет? Да не, мне чтоб удобные были, мне похуй, я тебе говорю сразу. Вообще насрать, как они выглядят. Да мне поебать, мне чтоб на ножку, блядь, культурно одел так себе, блядь, красиво, и все. Бери Air Max, вообще не пропадешь тогда. Вот, мне дали. Блять, ну что он написал? Я же не понимаю в этих переводах, блять. Бля, ну 2000 гривен. Ну что это за педали, блять? Чего такие дешевые, блять? Или это нормально? $100 для обуви это нормально? Это нормально, это нормально. Но лучше обувь типа дешевого не покупать. В плане того, что она должна быть качественной. Так. Подождите, не кидайте эти деньги. Не кидайте деньги. Я ж не понимаю, сука. Мне ж надо выбрать что-то. Что за трек играл до этого? Дай название. До этого играл вот этот. Don't I need you. Скринь, блядь, я не знаю, брат, скринь. И включай, потому что я сейчас буду скипать. Что это такое, блядь? Не, это какие-то говнодавы, блядь, слушай. Да. Злой, я тогда пока замьючусь, и там где-то, ну не знаю, минут через 20-30, да, будем, наверное. Угу. Все, давай. Ну что, будете? Ну, на поле, может, пойдем. Ну, на поле вообще с удовольствием поиграл бы. Блять, давай. Не понимаю, нахуй. Не понимаю. Фруктоска. Посоветуй обувь. Какие тебе нужны, да, нравятся педали? Сейчас зайду. А ты где вообще смотришь на купсайте? Да я, ебать, в гугле ищу. Изи, мне пишут, изи бусты, возьми изи бусты 700, версия 3. Тебе все сейчас будут советовать изики, потому что они сейчас... Это что за, сука, такое, блядь, ёбаный снич, блядь, это, ебать, что это такое, блядь? Да нет, есть лучше на самом деле. Предлагаю достаточно софт. Ну, чат говна не посоветует. Очень многие жаловались, то, что 700-й... Что это за, сука, киберпанк, нахуй, на моих ногах будет? Я как долбоёб буду ходить? Не, на ногах они, типа, смотрятся норм. Модели был $300. Так как... Чёрный или белый. Очень много прикольных фишек, о которых мы чат в Телеграме информацию зарабатываем в группе. Треть с этого угла. Не, ты не выбирай изики, которые выглядят как хинкали. Я посвятил... То, что здесь находится вот такой пластмассовый каркас, и я нигде не видел пары... Да хуйня это какая-то, сперма, блядь. Злой залупа, у меня такие были, выкинул. Ну да, баунти с лимитед, блядь. Сапками можно и выкинуть, блядь, конечно. Не, Яныч, вот мне больше даже Adidas импонирует, чем изики-то ебаные. Блядь. Да, кстати, тебе сейчас только что посоветовали, что там Nike. Два. Как же сложно выбрать? Nike Zoom 2K или Nike... Нет. 5. Мужские кроссовки Nike Zoom 2K. M2K. Бля, что-то они огромные, да? Бля, мне не нравятся такие огромные педали. А, кстати, ну, ясно. Блять, я не знаю, мне надо выбирать лично, чтобы они на ножку там налезли. Бля, обувь это пиздец сложно для меня, это овер сложная, пацаны. Так можешь заказать, примерить, и если тебе не понравится, то ты вернешь. Бля, очень сложная вещь для меня обувь, серьезно. Джорданы не носишь? Джорданы? У меня есть Джорданы. Но не зимние. Так. Я просто по баскетболу тащу. Бля, брат. Ну, мне такое не нравится. Да не хуйня.
100 долларов, у меня просто кроссы 150 долларов там. 200. Я покупал. Что там пиздит, блядь? Непонятно, непонятка какая-то. Ой, блядь, что это такое? Тоже какая-то, сука, кибер... Блядь, а иди нормальные педали, блядь! Значит, тебе такие не нравятся? Я что, скалолаз, блядь, какой-то, что ли, блядь? Так это они очень удобные. Ты видишь, какая подошва у них? Но не знаю, как они будут смотреться. Давайте на шортах, может, остановимся, какие-то шорты выберем мне, пацаны. Дайте сайты для шортов украинские. А что ты на них хочешь на ASUS посмотреть? ASUS? Там такие цены, я рот ебал, там какая-то порванная футболка за 1000 евро, нахуй оно мне надо, блядь? Так ты сделай там фильтры, выбери категорию. Какие фильтры, выбери? Блядь? Долбоёб между долбоёбом, блядь, или что, блядь? Или нищеброд между миллионером? Блядь, порванная футболка 1000 евро, блядь. Ебать, непонятка, блядь. Там есть нормальные, но типа не особо дорогие. Ты смотрел, прям вообще пиздец дорого. Став еще какой-то. Ебал я тоже этот став. Кроп. Ну, кроп такое. Короче, дайте ссылку какую-то на сайт, я ебал открывать. Изи. Хватит полить порно. Изики. Я одинокий парень. Я хочу любви. Что? Понимаю. Ты тоже одинокая? Ну да, одинокая получается. Помоги задать, блядь. Ебать. Что это за уёбище, блядь? Как это носить можно вообще? Блять, какой-то... Это Наполеон, блять, какой-то. Наполеон, блять. Да не, на ноге есть изики нормальные, которые смотрятся. Я, блять, в хлебобулочный раздел зашел, блять, печенье выбирать себе, блять, или булочки. Вот смотрите, я ношу такие. Ладно, злой. Я продаю через 10. И чтоб в одежде? Ты уже показал, что... Нет. И чтоб ты уже показал, что ты выбрал. Пацаны, я ношу вообще вот такие. Сука, я их за 4000 покупал. Вот такие. Фрираны. Есть такие же, блядь, только прикольней. Может, я глупый, да? Я, наверное, глупый. Вот такое простое мне. Вот смотрите, ну такое, ну простые я хочу. Простые охуенные педали. Прямые. Не блядь, пельмени и так далее. И что мне тут? Шуз. Да. Ой, блядь, что это такое? Ну что это так... 30 баксов? Бля, белый им пизда. Вот это вот. Это что такое? Ебать, шахматная доска, что ли? Ой, что-то такое грязное. Ну тоже такое. Дайте. Блять, это что, блять, в краску вступил белую? Ну совсем еблан, блять, что ли? Ну что-то такое, блять. Такое мне нравится. Я смотрю, сейчас мы, пацаны, подождите. Ларен Мор. Вот, блядь, да, конечно, блядь.
Сапожки. Это что такое? Это Лакост. Не, не, о, ебать, вот таких я давно не носил. Бля, я в себе просто... Понимаете, в чем прикол? Я могу на сапке проебать очень дохуя денег, а сам ходить как бомж. Или у меня с ценностями моими что-то, проблемы какие-то. Или я фул долбоеб. Типа, я не могу понять, в чем проблема. Ого, блядь, что-то тоже, блядь. Да что это такое, блядь? Да что это за инопланетян? Съепит... Не, чел, блядь. Брат, ну извини, ну блядь. Блять, вы кидаете деньги, я хуею с вас, конечно. Чек Никол, давайте. О, брат, это вообще пизда какая-то, боже мой, ну что это, блядь? Ну куда это картошку копать в них, что ли, блядь? Ну, блядь, ну серьезно, брат, ну, блядь, ну какая картошка? О, это что-то интересное. Интересное. Сапка, засамится. Спасибо, кстати, за фолловы, пацаны. На сегодня 170 тысяч. Можно поактивнее было бы зафолловиться, еще кто первый раз. Было бы очень приятно вас увидеть на своем канале. Ну, брат, ну то надо... Давай я это просто здесь пока оставлю. Тектоник, ебать мой хуй! Ладно. О, это шо? Ну все? Что мы там выбрали? Ну такое, да? Ванс. 30 тысяч рублей, пиздец. Там есть фирмы, ну и вообще все. Там есть все фирмы, ну и вообще все. Плюс есть фича перед покупкой. Ставишь не доллар, а фунт, и дешевле будет сверху. Можешь поменять язык. Да нормально, брат, нормально все. Я с Украины просто, видишь? Ой, блядь, что это такое, блядь? Рогалик какой-то. Что, нормальные? Чат. Чатик. Да вы такое пишете? Для меня то, что вы пишете, я нихуя не понимаю, пацаны. Я не понимаю, блядь. Вы пишете ёбаные непонятки, блядь. Я не разумею вообще. Air Max там хуякс, блядь, перевёл. Ебать, я смотрю, я не понимаю вообще нахуй. Вансы мне нравятся. Не знаю, как вам, мне вансы понравились. Типа, такие, можно их одевать под что-то. Это хуйня. Это? Это что такое? Это нормально? Левисы такие, а? Хуйня, норм? Не-не-не-не. Зоя, ты из Халкоза? Я не понимаю, вот... Ух, нихуя ты. Ну вот это нормальные? Вот эти? Да что тут не такого, блядь? Ну что тут не так-то, блядь? Ну ёбаный рот, блядь! Ну что не так-то, блядь? Да что у них не так, блядь? Нормально же выглядит! Ну тут это... Просто зайди на сайт Адика или Найк и посмотри сам, не слушай никого. Брат, я не понимаю в этом, брат, ну я не понимаю, блядь. Да, мне нравятся беговые кроссы. Да, ну я хочу, мне нравится. Мне нравится свободная обувь.
Мне нравятся беговые кроссы. Ну не, чел, это пиздец какой-то полный, блядь. Ну, блядь, такая громадь. Мне нравится... Я хочу, чтобы моя нога казалась меньше. Мне нравятся беговые кроссы. Мне нравится чувствовать свободу ногой. Свободу. Я хочу быть свободным, понимаете? Свободным, пацаны, послушайте меня. Я хочу быть свободным, чтобы у меня нога сгибалась как мне угодно. Я люблю свободу ноги. Я не могу ходить вот этом уёбище. Вот этих, блядь. Ну что я, блядь? Ну куда я иду, блядь? У меня что, блядь? По деревне иду или что? Ну что это за хуйня? Я не понимаю просто. Спасибо за сотку. Бля, пацаны, спасибо за донаты. Ебать, вы донатите сегодня. Это пиздец. О, это что-то интересное. Мне в этом нравится, кстати. Бля, челы, вы просто скидываете на... Вы кидаете по 100 рублей, кидаете на... Бля, ебать, вы кидаете. Чекни, может, будет норм. Блять, брат, ну 300 евро. Это нормальный цен? Мне Вадя Эвелон нужен. Ну чё, злой выбрал? Уже смысла нет носить, ибо их эра уже прошла, плюс их хуй достанешь. Эзи 700, которые ты смотрел, стоят от 150к. Советую для места и на МД пушки. Ткань легкая, просто летающая как раз, как ты хочешь, а не беговые. Нет, Тоска. Так, если по фактам, то изики уже смысла не относить, ибо их эра уже прошла. Плюс их хуй достанешь. Те изи 700, которые ты смотри, стоят от 150 тысяч. Советую для лета. Бам-бам-бам-бам-бам. Пушки. Ткань легкая, просто летаешь. Адики вот эти, да? Бля, я не думал, что так будет сложно. Ну, они дефолтные, это норм. Мне и дефолтные и надо. Ну, надо? Что-что? Дефолтные надо? Дефолтные надо, да. Я не хочу ничего необычного. Я ну, хочу так просто... Тебе скинули так, что Adidas. Я типа, хочу просто, да? Чтобы у меня нога свободная была. Типа, шаришь? Я понимаю. Не, брат, это полная хуйня. Блять, донаты летят рекой, пиздец, блять. Я даже не, мы уже, блять, изики скоро так купим, нахуй. Меня в аудитории так много любит вещи такие, да, типа. Бля, тоже интересные. Мне кажется, сейчас все дрочат на изики. Я не хочу изики. Бери обычные дефолтные, вон тебе Adidas скинули, прикольно. Это уёбище какое-то, блядь. Твоё? Нет, ты красивая. Nike Huracaны. Black. Конверсы ещё. Ля-ля-ля. Да нет, это что ты за... Ну это пиздец какой-то, брат. Ну это я ебу, блядь. Такое, блядь, я в ПТУ в таком ходил. Вот это мне нравится. Вот Джорданы. Вот эти Jordan 1 Low. Вот эти мне нравятся. Ну, ты говоришь, что у тебя Джорданы были. Немножко другие были. Вот такие мне нравятся. Они тоже норм. Nike React Miller. Вот эти удобные. Бля, тоже интересно. Тоже интересно. Бля, с вещами было намного проще. Ой, бля, тоже красиво. Ну хуй знает. Бля, ебаный, посмотри, уже Adidas. Бля, столько вещей есть много. Я же не понимаю, блядь, в этих вещах все. Стой, блядь, это я тебе проебал, брат, из чата. Стой, блядь, ну. Блядь.
здоровое подчеркивание шеи. Что? Блять, Алла, я добавь меня в дискорд без звука. Я тебе луки соберу. Ты из этого выберешь сам. Тебе ассорти дает чат. Алло. Привет. Привет, писька. Что вы делаете? Выбирай мне обувь. Давай, я сделаю тебе образ. Обувь? Так Адидас надо выбирать. Нет? Собака злой. То что? Адидас надо выбирать. Да я не понимаю просто. Не понимаю, они все на меня давят, блять. Ну они... Все на меня давят. Адидас. Брат! Мне донатят 40... Мне донат каждую секунду. Я нихуя... У меня просто сейчас голова лопнет нахуй. Брат, ты можешь мне как-то собрать луки и просто написать... Скинуть их куда-то, блять. Типа, я могу тебя в Дискорд добавить? Ну, типа, просто добавь в Дискорд, ты мне просто покажешь как-то луки ссылками. Я не знаю. Типа, бля, я бы... Есть дизайнеры, блядь, что просто показали мне луки какие-то готовые, чтобы я его купил. Я просто тупой, я сразу говорю, в шмотках я не шарю. У меня черная, зеленая футболка, белая и уебищная. Это, блядь, все, что на мне уебищно. По педалям я вообще ебать... У меня Nike Free Run есть, они удобные, я в них хожу. Что вы понимали, я охуенно сверху одет, снизу джинсы и Nike эти долбоебские Free Run, блядь, и синие носки. На меня люди смотрят... Охуевают. Говорят, ебать ты, блядь, чучело ебаное, блядь. Wake up, нахуй. Ты откуда вылез, блядь, ты? Плоть, блядь. Арина, какие педали посоветуешь? Так, адики. Самые удобные, самые стильные, самые лучшие. У тебя какие? Да какие Nike, блядь, какие Nike? А, Бибас. Девочки. Так, осторожно тут надо. А Джорданы? Ну, хз. Вот сейчас ты... еще... Тоже Nike, вот, тоже вот говорят, что сейчас этот, как его, блядь, в стиле американского папы будут в моде кроссовки, как эта фирма называется, New Balance, кстати, сейчас говорят, будет в топе. Я не понимаю. Я не понимаю все это дерьмо, блядь. Блять, о, Кригина, блять, ты, блять, что-то за дерьмо ты мне кидаешь, брат, в Спортлайфе, блять, купи педали. Ебать мой хуй, может мне еще на рынке купить? Тебе надо зайти в Adidas, да, вот. Смотри, ты видишь? Да. Это нормально, блять, вот это не, это, блять, какой-то один огромный носок, нахуй. Или они удобные? Ну вот у меня стритболы, вот я купила, они охуенные. Что такое стритболы? Сейчас скину тебе. А что нахуй, блядь, носки продают, блядь, в разделе для обуви, блядь? Изики, это классика. Нахуй, а нахуя носки продают, блядь, в разделе для обуви, я не пойму, блядь. Ебать, огромный носок продают с подошвой, ёбаный снич, блядь. Точно Adidas нормальный, просто я первый раз видел, что, блядь, люди носки продавали, блядь, в разделах. Ну, и Adidas просто еще очень удобные, типа, я не могу в другой обуви. Скинь мне вылазь. Ну, извините. Вадя. Не понимаю. Вот чат мне пишет на разных... Ну, я не понимаю чат. Да нет, чатик я открыл, вроде все тоже. Я пишут, не понимаю! Они тоже пишут. Классно, Adidas. Удобно! Хоть посмотреть, какие я вещи выбрал. Ну ты в футболке. Ну, я там выбрал, мне шортики бы еще купить. Знаешь, где шорты можно охуенные купить? Шорты? Ну, на Асосе можно. Самые топ два сайта. Farfetch, Asos. Отсос? А если... Ну, и московский я знаю только. А международный это Farfetch и Asos. И все. А что еще есть? Не знаю, что еще. На каком отсосе, блядь? Я раз... Так я вот же на каком... Блядь, где я? Вот я на отсосе. Показываю им вансы. Им не нравится. Вот эти показал вансы. Смотри.
Не, ну это уёбище, мне кажется, меня засрут за такое. Да? Ну, я не фанатка Ванцев, но Ванс, мне кажется, это классика тоже, она имеет место быть. А Левисы просто... вот такие? Ой, не-не-не, точно. Не, точно нет? Точно нет, точно вообще закрывает. Позови Шарт, он за одежду шарит. Я позвал еще одного одежда ёба, сейчас он зайдет. Левисы хуйня, да? Давай, а вот да. Эти... Тоже хуйня, тоже. Да, а, вообще... Да как ты видишь? Зачем? А зачем? Если можно купить брендованные тапки лучше. Намного. Как ты видишь, где хуйня, где нет? Потому что обувь должна быть удобная. Да, вот, я хочу удобную обувь. Ну? Ноти один. Ноти, брат. А вообще носи, что тебе нравится, а не чату. Нет, я, понимаешь, я в этом не понимаю. Мне проще, чтобы мне кто-то помог в этом. Я ж не знаю. Я ж не понимаю, блять, в вещах, нахуй. Вообще, блять. Слышишь, Свой, да зайти вот в Adidas, сделай по убыванию цены и посмотри, так, что тебе нравится. Обувь, да? Да. Так, цена, фильтры, цена. Что? Легкие кроссовки, да? Нет, ну наоборот, сделай по самой большой цены вниз, это по убыванию получается. Меньше фильтров, больше фильтров, посо. Где деньги, блять? Мужчины, обувь, легкие кроссовки, ну? Особенности. Ну, сортировка. Цены по убыванию. Да. Что это за, сука, блядь, крендель, нахуй? Что это такое, блядь? Да убери легкие кроссовки, убери, они все легкие. Да легкие это сейчас тебе будут для спорта. Тебе сейчас будет для спорта рекомендовать. А тебе нужно еще. Что это за, блядь, уебище на кроссовках? Это как происходить? Да убери, сука. Вот убери крестик, нажми на легкие. О, ебать, а это что за дырки, блядь? А как это носить вообще, блядь? А если вдруг дождь, носки намочить? Ну, носки намочить можно, ну его нахуй. А это что, блядь, мешок нахуй с подошвой, что ли, блядь? Точно нормальный мешок с подошвой? Ебать мой хуй, пакет с подошвой, блядь. Ебать, блядь, кроссовки! Арина, что это за хуйня? Что? Блядь, пакет... А там дальше, там... Там вот эти, как я забыла, NMD или как они называются, там вот, мне кажется, тебе подойдут, блядь, забыла. Как я сейчас приду, у меня расписание по еде, мне надо зараз взять еду, секундочку. Блядь, пиздец, блядь, пакет и подошва, нахуй, носи, блядь, 30 тысяч, какой долбоёб, блядь. Чё, он выбрал? Нет. Чё, он сильно горит? Да блин. Да, это просто так выглядит. На самом деле они очень удобные. Да, я говорю, то, что она на ноге, может быть, по-другому вообще смотреть. Да, конечно. Потому что надо еще на фотки другие смотреть. В профиле, потом в анфас и т.д. Я тоже хочу новый кросс. Но только зачем? Жиза. Если я не выхожу из дома. Да-да-да, кстати. Не, мне кажется, что адики по-любому должны быть в гардеробе каждого мужчины. Вот. Ну, адики норм. Но вот сейчас очень много кто носит изики. Поэтому, наверное, много кто из чата... Да, изики, да. Да, много кто из чата, наверное, ему советовал, а ну, типа он не хочет их. Так, стоп. Так, а, ну, Easy Boost же, это же и есть Adidas. Но он не хочет тебя. Я и говорю. Злой, что хотел? Привет, Вадим. Привет. А мне Злой позвал, блядь, и нихуя не отвечает. Он сейчас подойдет, он пошел просто. Пошел он тогда нахуй, блядь. Понимаю.
Ну, не знаю, я тоже мерила изики, они, не знаю. Блять, я обеды перепутал немного, блять. Сейчас у меня ланч, просто... я уже обед ем, да похуй, в принципе. Стритболы потом мне больше ланч нравятся. Так вот. Стритболы. Алло. Что такое, блядь? Вадя, помоги мне педали выбрать, пожалуйста. Блять, ты видел мои найки? Дядь, педали это вообще не ко мне. Смотри, типа... Я ношу только Adidas. Единственное, что мне нравится, это Y3. И еще немного есть пару пар в Dolce & Gabbana и Versace. А так, типа, ну... Что я ношу? Я ношу изики, вообще все. Я ношу... Ну, сейчас хочу NMD-шки еще одни заказать. А дай мне ссылку. Если ты что-то хочешь из простого... Ну, я не знаю, но я ношу только Adidas. Я не знаю. Если ты хочешь что-то из простого, то можно Azvega взять. Но я тоже не думаю, что... Я просто не знаю, что ты именно хочешь. Я, например, хочу себе сейчас взять эти... Как они называются, блядь? У меня нахуй вылетело из башки. Версачи эти, как они? Блядь, ебалы. Это дорого, Вадим? Для тебя нет. Ты 200 сабок мне подарил, это дешевле. Да? Мне нравится свободная обувь. Мне нравятся, чейны, но я не думаю, что они тебе понравятся. Слышишь, Зой, на Farfetch зайди и сделай там тоже. Как по-твоему... Ой, блядь, смотри, как он написал. Как по-твоему должна выглядеть обувь у тебя на ногах? Смотри, как я хочу свободную обувь, не огромную, свободную, понял? Свободную. Вадим. Можешь попробовать Adidas в коллабе с Фаррелл Вильямом, посмотреть. Там с кем? Есть... Фаррелл Вильям. Типа там есть такие типа кроссы, они легкие. И вот, кстати, ты открыл на Джоггер, они тоже довольно легкие. Но, честно, они не такие удобные, как я думал. Какую ссылку я открыл? Вот эти? Нет, это Nike вообще добрые. Вот эти? Чёртом. Вот эти? Ну вот, типа, короче, вот как NMD-шки, есть от Фаррелл Вильям, только они типа полегче. Но я тоже хуй знает, типа. Смотря что тебе нужно. Свободная обувь. Ну ты там вообще, бля, смотрел, нахуй, беговые. Да-да-да, я такой еблан. Adidas. И как там? Ну какой? Где... Ты можешь NMD смотреть. NMD, мне кажется, тебе подойдут они. MND? Да, да вон они открылись у тебя вообще там почти все, блядь. А, вот эти, да? Ну тоже такое, типа. Но они легкие очень. Да. Мне нравятся легкие, мне очень легкие надо. Да, да, но они надо. Я очень просто быстро хожу, очень быстро. Мне надо, чтобы они легкие были. О! Напиши Adidas Human Race. Я вот такие сейчас все буду еще брать. Когда я в Россию приеду, я буду брать еще Human Race. Может, тебе понравится. Мне прям вообще они очень жестко заходят. Я правильно написал? Да. Вот, смотри, типа, как тебе такие? О, такое мне нравится. Не свободные буду, да? Да, там еще на них написано, типа, на некоторых какие-то штуки разные. Типа, полно одних human, на других, типа, race, там что-то вот такое. Это хуйня, типа, но они дорогие, да? Вот тебе эту смотри. Ну, блядь, вот такое разноцветное, я думаю, не очень будет, когда они в болоте и разноцветные. Ну, серые же классные были, нет? Вот такие? У меня в оператора такого. В Артура, соседа мне. Моего такое же. Не? Да. Ну, они прикольные. Я их видел. Не знаю, честно скажу, вот честно скажу, лично мое мнение. Если покупать, блядь, уже такие кроссовки, покупать уебищные серые, ну типа, блин, ну хз. Это они рынковские, они типа выглядят как будто с рынка. Ну вот это. Но это тебе не подойдут. А сказал, что разноцвет не хочет. Нет, ну типа, они кому-то подойдут, но тебе нет. Белые, черные, серые, все, наверное, с рынка будут выглядеть, нет? Да, ну серые, да, такие, типа. Ну я не знаю, да что ты не хочешь изики? Купи изики, блядь. Да не уебишь, ты, блядь, сука, какие там эти, блядь, пельмени нахуй на ногах, блядь, хинкали, блядь, ходи в хинкалях. Ебаный пиздобол, блядь, когда я с ним ходил в изиках, ему нравились, блядь. У тебя
Блядь, да у меня еда с рота вылетает, нахуй. У тебя изики прикольные какие-то. Что это за изики у тебя? 350-е. Black Red напиши. А за сколько ты их брал? Куда ты пишешь? Это подарок. А, ладно. Ну, вообще, на изике... Я на кроссовке за один месяц потратил почти 250 тысяч. Ну, там чуть больше, наверное. Вот, вот эти, вот эти прикольные у тебя были. Вот эти. Где их взять? Их можно купить? Ну да, на 100 иксе посмотри. Ну, они косарь гривен стоят всего лишь. Да. Ну, это как у Ликса будет. Ну, если как у Ликса. Они такие дешевые. Они точно нормальные, брат. Как у Ликса с этого. Зайди на 100 икс, вот, типа, вот это вот как раз ссылка. Идеально. Выбери свой размер. Ты ебланулся, они 1000 баксов стоят, блядь! $1000 за педали, да я рот ебал! Это не мои, мои с полоской, брат. Ниже опустись, мои с полоской. Нет, Вадим, это дохуя для... Я лучше сапки буду дарить, чем в таких вещах ходить. Так это возьми очень... другую расцветку, в смысле, эта расцветка просто дорогая. Типа она старая. Ну тут больше нету нормальных расцветок, они все уебищные. Вот это прикольно. Ну тогда NMD или как он там? Мне кажется, нормально тебе подойдет. В смысле, почему нет расцветок? Типа здесь есть много расцветок. Возьми он вообще белые, блять, я не знаю. А альфа-буст напиш... ты чё? Альфа-буст это тренировочные кроссовки. И чё? Легкие зато. Короче, напиши Белуга. Где написать? Мне Белуга. Ну вот прям в StockX, вот там search brand, типа напиши Белуга. Ничего нет. Ой, блядь, клоун ебаный. Переключи на язык другой, пожалуйста. Это английский сайт. Ну так? Да, вот, посмотри, как тебе вот эти вот. Бля, вот эти прикольные. Типа... Ну, они, кстати, дешевле намного. Дешевле. Ну, кстати, неплохие. Так ты смотри размер еще. Смотри размер, там от размера еще. Вон, видишь, где сайз написано? Там от размера еще очень зависит. Типа, одни могут стоить $700, другие могут стоить, блядь, $1500. Ух, ебать, я же не ебу, какой у меня сайз. А, ну тогда нет смысла заказывать, ты что-то еще проебешься, блядь. Короче, мне понравились вот эти, что ты говорил, на отсосе. Ну, такие мне понравились. Ну, вот честно, я на них смотрю, блядь, вот этот черно-синий цвет, я не знаю, как вам чат, но мне кажется, это пиздец. А что, а белый типа... надо какой-то? Да, он их никуда не впишет просто. Типа, они выглядят так, знаешь, типа, ну, вообще прям... А тут больше ничего нет. Напиши... Нет, такие напиши с фиолетовым очень красивые. Напиши я хотел себе в этот... Night Jogger. Напиши в строке кроссовок Night Jogger. Нити... О, что? Блять, она так вскрикнула, я охуел. Бля, я испугался, пиздец. Ты че, ебать. Придурок? Ебаный клоун, блядь. Что ты писал сейчас вообще, блядь? Night Jogger норм, но они, блин, с прошлого года. Зачем ему с прошлого года? Ну, какая разница, в смысле? Он хочет кроссовки, какая разница, бля? Вон изиком, который я ношу, сколько какого они, блядь, года? Миллионного, блядь. Ну, если новые, сейчас... Глянь на Farfetch'е, по-моему, там интереснее есть расцветки. Ну, ну такие огромные, блядь. Они не огромные. Они не огромные, они маленькие. Посмотри на ноге, как они выглядят. То есть, типа, ты ошибаешься, не огромные. А ты не женский вариант, значит, случайно смотришь? Как тут понять, кто я? Ну, там написано вот для неё. А, блядь. А я там все. Ой, блядь. Пацаны, донаты сейчас вообще сложно считать, это пиздец. Да мне больше, блядь, да я не знаю, мне как-то вот эти нравились, пиздец, вот эти. А, я даже для... Ебать, я тупой, я все женское смотрел.
Я фул женское смотрел. Цвета различаются во многих. Ой, а вот такие белые, если взять, а? Белые, наверное, прикольно будет. Бля, ну они ж классные, да? Так, сейчас я приду. Посоветуйте, они классные, вот такие. Вот такие белые. Ебать, там донатов ёбнешься, блядь. Старина, посмотри, понравится. Ну это изи буст, блядь, мне нравится. Чекни фирму Пантера, они очень паремита, у них подошва, сам охуеешь. Бля, я боюсь такое покупать, что-то рандомное. Ебать, мажор, рассказывай, покупал самые обычные мне, с которым всю весну, если мы сейчас занимаем, стал. Чат, что скажете про педали? Напишите мнение. Арина, девочки. Они в муте. А ты не в муте? Я не в муте, меня что-то люто игнорит. Извини. Как тебе педали? Красивые, но я говорила, что такой с фиолетовым очень красивый цвет есть. Но они очень классные, я тоже себе. Я выбирала между вот этими изиками. Они суперские. Если я в тебе 8 таких приеду, пойдешь гулять со мной? Куда ты приедешь? В Москву? Да. Но они правда очень классные. А, я понял. Отшили. В смысле отшили? Я говорю, они классные. Значит, шансы есть. Я понял. Алло, я тут. Ну чё, определился? Ну вот такие, Adidas. Вот эти. С каркасом. Если это твои первые, то... Что? То что? Её Зелон забрал куда? Короче, бери эти и не парься. А ты не хочешь черные какие-то еще посмотреть? Что в белых, ну... Белое это такое. Их засрать легко. Я вообще не понимаю, как люди в белых... В белой обуви ходят, и они всегда чистые. Вот эти кроссы... Слышь, Крис Вайф, говорят, что эти кроссы сгниют. У них вот, как у Исиков, что ли, буст? Да нет у них буста, блядь. У них буст есть? Капец. А ты не хочешь с бустом ничего? Блядь, не понимаю, что пишут, сука, не понимаю. Я говорю, тебе надо, если первый кроссы, то надо либо черный, либо серый, либо белый. Ну, короче, классические цвета вот эти вот, нейтральные. Ну, ебал опять показывал. Блядь, вот это тоже уебище какое-то. Нет, брат. Мне не нравится. Слушай, а у этих, там есть буст вот этих? Смотри, кстати, реально найтджоггеры. Ну, типа... Они норм. У меня даже это, мы выбирали найтджоггеры другу. Это вот эти? Найтджоггеры. Что-то не то. Нет. Нет, не так. Нет, стирай. Стирай до ай. Так, стирай, еще стирай. Ни, г. Г. Нига-гэ-то. Вот они. Нига-гэ-то. Да. Нет. Это не они? Или как? Или это на самом деле я тупая? Это найтджоггер? Тогда сори, я тупая. Блядь, я тупая. А я думаю, что они. Найтджоггер называется. Да, Арина. Ой, блядь, дед умничает. Пизда, ебаная. Они огромные. Не, они не огромные. Ну-ка, привезни назад. Где там? Они вообще не огромные. Они легкие? Да, я тупая. Ну, сори. Чат, ну я говорю, ну просто прошлый год уже из памяти вылетели. Не, они в жизни реально норм. Они прям заебись. Я почему я не могу эти взять?
Найт Джокер. А почему я не могу эти взять? Ты просто возьми их и все, что ты паришься. Ну возьми несколько. Эти, если тебе нравятся, но они такие, типа, мне кажется, они не под все. В смысле не под все? Ну... Не, эти норм, в принципе, но можно взять просто несколько, ну такие. Вот, мне кажется, ну, типа, те же Найт. Не Найт, как Найт, а Найт и Джоггеры будут более подходящие, не более такие стандартные, обычные. Но они какие-то не те, не понимаю, не вижу те, которые мне нравятся. Где ты смотришь? Это на Adidas. А, их, наверное, уже нет в коллекции, может. У меня на Фортаче смотреть? Я пишу Найт и Джоггер. Ну, пиздец. Ищу. Вот такие? О, вот такие мне нравятся. А они еще, знаешь, с чем? С этим, с рефлекти... Как это? Как он называется? Рефлективные? Да. Не, они реально, они очень легенькие, тоненькие. Блять, есть деньги, нет возможности купить педали себе. Ну, скажи, бля, да Джорданы вообще, ну это такой должен быть стиль у человека, чтобы ему Джорданы подходили. Джорданы... А я, это... я без стиля? Не знаю, Джорданы... Или я на уёбка похож какого-то, я не разумею просто. 20-е. Чат. Что да, блядь, что не пишут да? Нет, Джорданы это, надо джинсы какие-то. Я хочу в шортах. Нет, скорее в шортах. Нет, Джорданы типа для шорт. Но Джорданы это такой вот стиль какого-нибудь америкосского, такого вот, не знаю, выше школьника, что ли, да, без баскетболиста, блядь. А, не знаю. Адики. Я помню, еду в метро, и мне челик просто весь в Джорданах, короче, стоял просто фул одет. Почти во всех летних кроссах буст. Бля, вот эти, а Джордан первые тоже прикольно выглядят. Они сгибаются или нет, блядь? Да надо эти Adidas, блядь. Да они короткие какие-то, как не очень же. Ну, блин, на Джордана не имеет места быть, но это надо... Не знаю. Вот эти, слушай, NMD. Так я про них тебе сразу говорил, сразу. Короче, я их беру и не ебу мозг, да? Ну, да. Ну, можно еще взять, они не очень дорогие, можно еще что-нибудь взять. Я беру их и беру вот эти. Но, типа, все равно изики, они, ну, похожи на NMD и, в принципе, ну, и моднее. И, не знаю. Хорошо, перейдем. Лучше изики бы взял вместо NMD. Но NMD тоже нормально, на самом деле. Они реально очень легкие. Очень легкие? Да. Ну, я на них остановлюсь. Форсы возьми. Форсы это что? Здорово. Привет. В чем там? Делаем что-то? Или что вы делаете? Он сидит, модничает. Кто? Че? Что? Ты что, шмотки выбираешь, Лой? Да. Выбрал? Ой, может не стоит вот это вот нажимать? Я тоже, я ебал. Такие ссылки, ну, да, перекидывают. Бит, ду, сборка, Алекс, 92. Не, такое, не, слышишь, брат. Себе, злой, да? Соберу что-нибудь, главное, чтобы не разобрали. По частям. Такое, брат. Мы идем в монополию играть? Адидас. Я чуть позже, может после одной. Я хочу лук дособирать. А ты целиком прям лук, что ли, собираешь? Да, я хочу шорты собрать себе еще. А вот такие Adidas Young Arin. Арин. Открой ссылку. А я тут. Young.
Но Янг это для молодых злой, вряд ли. Зэ, не шарю. Вот я тут не шарю. Какие-то такие... Ну, кстати, говорят, что этим летом будут в моде вот такие вот... В стиле американского папочки. Я не знаю, как это описать. Какой американский папочка? Но они похожи. Они похожи. Стиль американского папочки, пацаны. Ну, я не знаю, как кроссы американского стиль папочки. Стиль американского ну, папочки. Я... Просто... Вот. Окей, мне нужны шорты. Бриджи, шорты. А вот вы смеетесь, а это правда, между прочим. Ебать дорого, пизда. А подешевле есть что-то? Фу, блять, офф-вайт, фу, фу, только не офф-вайт. Да на ососе шорты смотрю. Бля, меня сегодня закидали чисто донатами с советами, это пиздец. Чекни Тревис Койт. Все, последний. О, кстати, да, о, Стонник можешь посмотреть. Что за Стонник? Стон Айленд. А что это он мне скинул такое? Оффайт топ вообще-то. Конечно, всем школьникам нравится оффайт. Ого, мне это тоже что? Когда-то нравился. Это что такое, блядь? А их прямо сейчас можно купить? Стокс. Да не хуйня какая-то. Асос, да? Так. А как шорты? А как шорты по-английски? Шортс. Но это не точно, я не знаю, как шорты. Но я предполагаю. Ну-ка. Шорты. О, нифига себе, я угадала. Да, на осось смотри шорты, бери просто, что тебе нравится. Блять, не все тут голые, блять. А, блять, испугался. Ну мне на Farfetch'е лучше там шорты были, конечно. Тут и цвета красивые, блять. Залетаешь на END и бери NB. Что? Бля, тут шорты классные. А можно паль купить где-то? Или такое нельзя говорить? Почему? Можно. Так смысл? Если на Асосе та же паль, только под другими брендами и не я паль. Я хочу вот такие шорты, только подешевле. Ты посмотри на Асосе. Наверняка будет. Я хочу такие же, только на ососе. Братья, скажи, что за песня на донате «Удачи с кроссами»? Это Слава Марлоу. Да тут все как-то однообразные шорты. Ну ты сделай просто поиск. А дорогих дешевым? Не, можешь просто там типа по цветам или яркими рисунками. А как, где здесь... Да вы дураки, я имею в виду, что на Асосе просто можно найти подобные шорты и не паль. Просто под другим брендом. Потому что все эти бренды копируют топ-бренды. Вы вообще, блядь, чем слушаете? Меня кикнули. А, нет, откуда не тебя кикнули? Тебя не кикнули, не нет, переживай. Нет, меня не кикнули. А по шортам что подскажешь, Арин? Да, не шар, да просто возьми, что тебе нравится, и все. И внезапный... Прочитаю не каждого, кто сейчас зафоловится. Да, кстати, вот Uniqlo для шорт вообще класс. Вот я вижу в чатике. Не знаю, Uniqlo есть на Асосе? Uniqlo это вроде как отдельный магазин. Спасибо за сапку, брат.
Давайте, 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 блядь, половимся. У него качество нормальное. Юникло? А где искать? Ну, не знаю, я, типа, не покупаю ничего в Юникло, но я знаю, что там очень хорошее качество, вроде как, все говорят. И там классического есть шматья, такого, типа, Юникло топчик. Тоже на Асосе искать? Я не знаю, не знаю, я не шарю. Просто в комментариях прочитала. Да тут шорты все какие-то уебищные. Ну, типа, они одинаковые. В том же самом Фортече там пиздец классный, мне нравится. Блять, короче, позакрываю лишние ссылки, а то это пиздец. Блять. Шорты у нас в топ-шопе, может что-нибудь будет сейчас, топ-шоп, ясно. А в топ-шопе, наверное, нет. Слушай, а если я с Асоса закажу, мне долго они будут ехать? Ну, сейчас из-за карантина, я думаю, что может быть подольше, чем обычно. Если у тебя экспресс-доставка, то где-то 5-... там... Окей. Чатик, очень есть украинские бренды с шортами, какие-то шорты интересные? Чатик, можете нарешать грязи мне? Можете помочь? Есть такое, чтоб типа по Украине? Все, о, шорты. Блять, так... А у них типа только такое? Не знаю, Стони какой-нибудь, North Face, что-нибудь, не знаю. Я, мне даже интересно стало, мужские шорты, где их можно найти. Ну, те же всякие там Tommy Jeans, Hilfiger ебаный или как он там. Tommy Hilfiger? Ну да, я бы такое бы что-то взял. Никогда себе шмотки не покупал. Блять, я взял для мужчин, алё нахуй. А. На Асосе посмотри, желтые кросс... Брат, все, по кроссовкам отмена, все, я выбрал, блядь, я уже так заебался. Бля, вот это что-то можно посмотреть. Ну, в Вадике, кстати, оригинал, может, там уже какая-нибудь коллекция есть. Правда, я недавно была, там вроде не было ничего по шортам. Может, летняя что-нибудь там уже вышло. Не знаю, шорты, вот такие вещи, мне кажется, надо смотреть уже по магазинам ходить. Если ты не хочешь на Асосе, то это надо по брендам ходить. У нас есть кроп. Ой, нет, фу. Что фу? Ну, шорты, хорошие шорты, ну, всякие, ну, Томми, там, North Face, ну, Стоник ты нигде не померяешь. В Заре можно, наверное, посмотреть. А, в Adidas Original. А чё кроп фу, я не понял. Да, не, ну кроп можно, но это просто норм фейс. А что? Что не так? А что не так? Да чатик, на самом деле кроп-топ, или как он там, да? Он был норм-магазом, но он скатился, не знаю, в Москве вообще одна залупа. Может, в Украине по-другому, я не шарю, сори. И что все смеются, блин? Смотря какой тебе нужен ценник и стиль. Обычные спортивные домашние, думаю, на Асосе можно посмотреть. А такие нормальные, типа, за жизу шорты, то это, ну, какой круп-топ, блядь? Ты какие хочешь шорты? Уебищные, как я. Ну, блядь, в смысле?
Классные, конечно же. Не, ну... Блядь, а стиль-то какой? Ну, чтоб яйца свободно болтыхались туда-сюда. Блядь, все, короче. Я не знаю, я не шарю. Я тебе сказала, где все. Мужские шорты, мне такие, блядь, нравятся. Я вообще... Нормальные, пацаны, нормальные? Ну, фасон, кстати... Не знаю, почему тебе именно шорты? Почему именно шорты? Потому что я не хочу в штанах ходить. Ну, штаны я тоже выберу сейчас. Ну, шорты должны такие быть, типа, свободненькие такие вот. Ну, свободненькие, как... да, чтобы яички болтыхались. Да. Как тебе такие, Арина? Попытки. Не знаю, если не видно на мужике, то не скажу. Ну вот скажи, мне вообще... Я могу сейчас шорты одеть. Хочешь, я покажу тебе, какие у меня есть? Давай. Сейчас я только... Они сушатся. Сейчас я приду. Они... Пацаны, вы пока половитесь. Я вообще не жарю, блядь, в шортах. Кто вообще шорты носит? Да я шучу, чатик, я шучу. Я просто, я, знаете, чат, я реально задумалась, типа, шорты. Я переоденусь, не подглядывайте, шорты, хорошо? На парнях. Какие они бывают? Не подглядывайте, не подглядывайте. Давно не видела просто мужчин в шортах, кто понимаете? Весна, лето. Не подглядывать, блядь, они мокрые еще. Они мокрые. Еще мокрые. Ну вот. Вот шорты у меня. Вот такие. Серые. Нормально? Сейчас наушник одену. А? Что? Ну, для дома нормально, наверное. Я в город хожу им на свидание. Что? Балдёж. А что, да, я хуёво выгляжу, не могу понять. Чёрная футболка, серые шорты. Что не так во дне, блядь? Как должно быть по-другому, скажи мне? Я должен светиться или у меня стояк должен быть? Что не так? Артур, что ты выбрал? Да, вот смотри, шорты. Сейчас. Как тебе? Не, подожди, а кроссовки? Да, выбрал. Какие? Nike, Adidas. Покажи, пожалуйста. А шорты тебе нравятся мои? Он NMD выбрал, фруктоз. А я хуй знает, как они выглядят. Шорты? Да что вы доебались, блядь, а что не так в шортах? Как, знаешь, Disquiet, помнишь такой бренд? Да, 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 да. Обосраться, что такие, блядь. Не, покажи кроссовки. Кто? Все, ладно, я плохая. Все. Нормальный шорт, нормальный шорт. А, ты все-таки эти выбрал? Эти, а, я тебе беру. Эти, эти. А какие эти ты берешь? Вот эти. Первые? И так. Вот эти. Но тут я еще не определился. Не, вот эти мне нравятся, мне нравятся. Ну, прикольно. Но они... Ну, блин, если ты берешь эти, то NMD, я не знаю, мне кажется, тебе надо что-то помассивнее. Злой! О, Сэм, ку! Привет, блин. Всем привет, ребята. Розовые. Привет, Сэм. Привет. Как дела? Отлично, одеваемся. Прекрасные, да, NMD удобно. А чё я тебя хуесосить, знаешь, не пойму. А им не понравились мои шорты. Шорты, конечно, бомба. Ну окей, смотрите. Нормальные шорты. Как вам такие, блядь, шорты? На улицу. Подожди, я не вижу. Ребята, все на фосе дрочат. Я ебал. Зайду. Там посмотри себе Сони Слан, Притри, Пачу и Рон Тристан. Если жалко бабки, то смотри Чарак, ДНФ. Левайс, ты можешь чекнуть? Забудь про хроп подраться. Показывай. Подожди, мне говорят, у тебя ребята все на форсе дрочат. По шортам посмотри себе Stone Island. О, мне скинули. Да, Стоники топ.
Тоники — это тема, но мне кажется, сейчас слой охуеет от цены. Хотя они там, в районе 15 будут, наверное, стоить, 15-20. Подожди, какие шорты ты показывал? Ну, вот не такие, знаю. Как тебе такие? Ну, это чисто, я не знаю, в баньку с пацанами? Нет, это не... Подожди, ты какие-то серые показывал. Подожди. Да на Farfetch, стоники за сто... Блядь, я сейчас сама зайду. Так, Stone Island. Одежда. Да нет, я ебал эти патчи носить! Я что, блядь, вот этот футболист или кто там? Я не буду. Да это хуйня полная, ты чё? Да я советовала Джордан ему. Типа, ты ему... спросишь за шмот, что скажешь? Я ебу, что говорить, блядь, кто там спрашивать будет, блядь? Ты же похуй на кап собрался. А ты именно... Ты шорты себе сейчас выбираешь? Да. Здорово, злой модник. Ку. Как твои дела? Супер. Это Импала? Импала, брат, ты знаешь, что я в воскресенье буду в Харькове? Да? Да, давай приезжаем. А ты на чем приедешь? На своих двоих. На Бабакаре. Окей. Блять, а это что за панталоны, блять? Ёбаный рот, меня бабушка такие одевала, чтоб спать в них. Это что за хуйня, блять? Это шорты? Это шорты, это, блять, это... Чё это за хуйня? Нет, это вообще пиздец. Ебать. Это просто парашюты какие-то. Обувь, блядь, одежда, сука. Шорты. Блядь, я правильно все делаю? Я не понимаю, а бренд-шоп только по Москве или он международный? По-моему, только по Москве, да? Бренд-шоп? Да, вообще. На бренд-шопе было бы удобно тебе сейчас поискать. Там, в принципе... Ну, там, конечно, такое. Бренд-шоп хуйня. Алиэкспресс, блядь, вообще, ёпта. Хочешь... Ты просто уже... А, тебе шорты именно... Да, мне надо шорты, брат. Порфа, ага. А North Face? North Face класс, да. Я тебе сразу сказал. Щимит злого, бедняги. Сэмчик, как дела у тебя? Форум фейс надо чат. А где Сэм? А, замыслился. Бля, вот это тут мне нравится. Только стиль вот этого, не хочу стиль, чтобы было написано. Я не долб... А, да напиши стиль, сил. Да, такая говнина, согласен. Не, со стилем я не хочу ходить, я чё, блядь. Хочешь, я лук подберу? Давай. А какой тебе нужен? Поздный или официальный? А, нет, культурный, такой, чтобы я вышел в нем везде. И к девочке. А ты хочешь, мужчина в элегантном костюме тебе? Хочешь? Не, именно фулл элегантный мне не идет. Такой простой парень с рыбалки идет. Ну, типа, сейчас, найду с тобой. Простой парень идет с рыбалки. Сейчас домой. Домой, блядь. Чего это домой? Подцепил парочку. Бля, ну, они такие. Вот эти норм. Но, сука, дорого. Ой, блядь, это мне мотивационные книги пошли. Посмотри, может, в этом, в Левайсе есть что-нибудь. North Face. А какой ты фирмы? North Face. Смотри, Calvin Klein, слышишь? Не знаю, в Левайсе есть что-нибудь, я посмотрю. Да ему такое не подойдет, надо, слышишь, Calvin Klein попробуй. Calvin Klein? Что ты, что тебе нравится, то и бери, зачем тебе подбирать? Да я не понимаю, это вообще, блядь, обрезанные джинсы какие-то, ёбаный рот, блядь! Что это за шорты, блядь? Уёбищем какое-то, блядь. Что это, блядь, за сайт вообще? Дал рекламу Гугла, заход, короче. Он написал норм фейс. Норм фейс, блядь. А что ты уже выбрал? Покажи, что ты выбрал, чтобы отталкивались, типа. Ну смотри, ну, блядь, ну окей, я показываю.
Футболка. Вон там в розетке можно купить, слышишь? Розетка.ua. Смотри, я выбрал вот футболку, я выбрал вот такую. А ты кроп выбираешь или что? Не-не, кроп мне сказали, я не выбирать больше. Я покажу, что я вообще в целом выбрал. Это за сайт? Osaka Night. Что-то какой-то, слышишь, походу, какой-то японский, да, взял? Да-да-да, мне такое нравится. А, японский стиль бар. Да, я долбоёб, я знаю. Я показываю, что я взял в целом, понял? Я не знаю, будет ли оно смотреться вообще. Короче, смотрите. Вот такую взял себе. Меня что, перекинули, блядь? Смотришь? Вы чё там, смеётесь, блядь, со стыда, что ли? Алло! Они меня игнорят в Дискорде. А, у меня отключилось, блядь. Я думал, они меня... Они, думал, они заткнули... Не. Так, смотрите, у меня Дискорд выебнулся. Ага. Вот это взял, футболку такую. Под чё ты будешь носить? Под себя, блядь, под чё ещё носить? Наверх накинуть? Долбоёб, блядь, ты думаешь, мне это подарили? Я говорю, под что? Ну, типа, какой, вниз какой? Вверх, низ, одежда. Ну, я пока низ не выбрал. А так ты выбирай сразу по лукам, понял? Типа, вверх, низ. Это в кофта такая, мне нравится. Или ты просто рандомно будешь похуй кидать? Да, да присмотрюсь там. А чё тендерли делает, нахуй? Вот это смотри, видишь? Спасибо за донат. Потом вот такая беленькая, прикольная. М? Просто фул белая. Вот такая. Ну, прикольные футболки, да. Просто лук под, под низ. Вот это жакет такой. А ты что, а что себе пишешь, что ты женский смотришь, слышишь? Это не женский, это унисекс. У них что? Ну там, короче, парень и девочка может носить одновременно, наверное. То есть, ну, я понял. Угу. Вот это смотри, вот такая жакет такой пиздатый. Вот такой, блядь. Типа неопределённой личности. Смотри, да, такой, типа, ебать, ебать. Ну, это самурай чисто. Чисто самурай. Ну, ну да. Не, на самом деле нормальный шмот, но просто... Такой вверх, еще низ, вверх, вверх, низ и обувь подбирай. Потом педали взял себе, вот такие адики буду выбирать, понял? Педа что? Педали! А. Так, не надо тут шутить тогда, блядь. Вот такие. Ну, слышишь, в Адидасе новые шмотки вышли, ну... Обувь. И вот такие. Охуенные. Как тебе такие? А? Да, и вот эти, вот Adidas Imba. Шнурки не, забыли сделать, в итоге тапки, тапки Imba. 300 гривен или что это? 300 евро? Да. Евро, нормальные бабки. И шорты, вот пока вот такие только выбрал. Нахуй мне его хуй-то? Так они же не свободные, Кент, у тебя будут яйца. Свободные, нет. Вот как у меня свободные, смотри, блядь. Смотри, как они прижаты, нет? Какая эти, блядь? Нормально все нахуй. Да не прижаты, это... Ебать, у меня пол грязный, ёбаный рот! Ого, надо поубирать. Блядь, песня ёбнутая, блядь, не то сказал. Да не, слышишь, вот шорты, мне кажется, вот все нормально, кроме шорт. Низ. Да, шорты ты. Ну а что мне? Поубирать, я хотел сказать. Блядь, тут вообще ничего нет. Надо, типа, под... вот ты взял худи или что-то там, не знаю. Ну, блядь, это... Типа, у него какие-то... Это не брюки, а вот именно такие штаны, знаешь, типа... Не джинсы, понял? Такого да, спортивного. Да, да, вот где мне найти шорты? Спортивного характера. Да какие шорты, говорит, любой? Джинсы вот, надо? Вот, пацаны, скажите, вот под этот лук, под этот идеальный шорты. Шорты по-любому нужны, но нужно еще, понял, типа... Типа джоггера, вон, напиши джоггера, слышишь? Джоггеры какие-то подбери. Шорты джоггеры? Да. Не, не шорты джоггеры. Джоггеры это есть, типа... А, у меня есть такие штаны, слышишь? У меня есть. У меня есть черные штаны такие, брат. Одень. Или покажи, как они выглядят. Да, блядь. Да я... не такие, ты не то вбил, ты не то вбил. У меня есть джоггеры, у меня есть дома джоггеры черные, прикольные. Они охуенные, да, но я не люблю летом ходить в таких вещах, шаришь? Ну, шарю.
Ну так тебе, они тебе по-любому нужны будут. Ну, ну они у меня есть, но я не, хочу летом ходить. Ты же не пойдешь в какое-то там мероприятие в шортах, кин. Ну, у меня джоггеры есть, да. Ну вот, видишь, нужны джоггеры. Ну, у меня есть. Может, на рынок поехал? Поедем, похуй. Давай, приезжай в Киев, брат, поедем, скупимся. Не, поезжай на садовод просто на Москву и все. А, хочешь, чтобы я сейчас поехал на рынок? Да. Так когда бы себя за рынки покупал что-то? Когда мы с Варпачом ролик снимали, мы ему там джоггеры купили за 600 гривен. Сколько, ебать, это же много. Это же 2,5 тысяч почти. Да, брат, такие цены на деревне у нас. Не знаю. Че тебе нравится, то и бери. Что тебе нравится, то и бери, ебать. Я его не слушаю, похуй, если даже колхоз будет. Зато свой стиль будет. Слышишь? Реально. Вот тебе 5 тысяч кинул. Сайонара, шопточка, вот эти стиля тебе зайдут. Не заходи, блядь. По сука прыгаешь, я не буду. Это писка. Полностью потерян. Одевайся дальше. Кропель бершки. Тебе проще так по жизни. Хоть ты смотришь. Подожди, что там задонатил? Стиль. Что на нормальное будет? Не, это пизда. Чел полностью потерянный. Одевайся дальше в кропе и бершки. Тебе проще по жизни будет. Бля, чел, я хочу одеваться там. Да, блядь, ты что, мне нельзя одеваться, как я хочу? Нельзя пробовать что-то новое? Пиздец, нахуй. Ты сдался, я не сдаюсь, нахуй. Ты видел, чтоб я сдал? Я никогда не сдамся, нахуй. Не пиздеть тут. Сразу все, блядь. Блядь, одевайся там. Пиздец, ты видишь, как они гасят меня, брат? Похуй, Кен, зато у тебя будет индивидуальная сила, долбоёбы, например. Да, ну, что, да, согласен, что, лучше что? Буду долбоёбом одним таким, чем как стадо. Изики, изики 350-е, возьми! Они охуенные, возьми изики! Все писали. Не, сейчас новые тапки в Adidas вышли. Фулл имба, вот реально очень как легкий. Как называются? Я сейчас, если не спиздить, прям сейчас найду. Прям. Я просто хотел сам заказать, но что-то руки не дошли. Я просто никогда не заказывал, понял, Adidas, Nike, у меня другой бренд. Блять, как этот сайт ебаный? Fortech? Farfetch. Зайди на Farfetch. Там все будет у тебя, слышишь, в Украине. Ты же в Украине. Ты же в Украине? Да. Шорты. Блять, ну тут есть шортки, пизда. Но они такие дорогие, пиздец. Так. И причем стоит, кстати, не очень дорого. Чек не выкайте скинул. Ага. Uh-huh. Где? Вот. Это первые. Дай мне ссылку. Блять, я боюсь открывать LS там. Там все нормально, слышишь? Там без загадок. Вот такие? Да. Runner? Они нормальные? Это ж не новые, не? Я честно не знаю, новые не буду. Просто видел. Я их только увидел, Кен. Мне пишут все хуйня. Тебе нравится, зачем ты их спрашиваешь? Мне нет. Ну, типа, это какие-то сеточные фуллы. Типа, а шнурки как их завязать, если они под сеткой, брат? Я ебу, Кен. Еще понял такую майку сеточную, типа, надеваешь. Я просто увидел, что они типа легкие. На рыбалке идешь, понял? Давай. Чисто домой с рыбалкой. Бля, вот эти мне нравятся. Это можешь еще поплавок здесь какой-то, типа, поплавок. Бля, я не хочу за шорты отдавать 500 евро. 300 евро. Просто по-любому все вкусы разные. Я не хочу так много отдавать денег за вещи. Сколько? 5 тысяч, 6 тысяч? 500 евро, блядь, шорты! Не, за шорты, смотри. Ты можешь отдать 500 евро за тапки, но ни в коем случае не отдавай за шорты. Шорты можно купить за 500 гривен лучше, чем за 500. Они то же самое, ничего не меняется, понимаешь? Шорты и штаны можно купить за дешево, не обязательно покупать. А вот обувь надо дорого брать. Да. Да мужчин должна быть, у мужчин должна быть всегда чистая обувь, чистая машина и охуенная обувь и охуенная машина. Ну еще и часы можно. Так цену можно поставить подешевле, блять, как-то? Ты на Farfetch тут, блин.
Все такое. Ну, это оригинал, и это, ну да, цены такие. О, нихуя себе. 500 евро. Подожди, это нормальные цены или нет? Да, смотря за что. Вот ты сейчас показываешь мне Nike за 500 евро? Или что? 100 ну, найлон, шорты. Смотри. Как выбрать? Вот хочу шорты, и чтоб был 100 найлон. По брендам выбери, там бренды есть. Просто 40 тысяч отдавать за шорты, это не суразно, брат. За 40 тысяч можно целых два лука собрать. Пацаны, напишите в чате, какие вам тапки нравятся. Ну, блядь, The Not Face, ну тут вообще, ну, хуёвые шорты. Какие шорты еще есть? Ну, дефолт, типа, Adidas, Nike, да, все нравится? Типа, какой-то Easy Vans? Boost. Easy Boost. Дефолтные, там, 350, да, наверное? Почему я пишу Vans и нету, блядь, ничего? Джордан, наверное. Джордан, кстати, прикольно. Stone Island. Не, Stone Island не хочу. Ну, кстати, вот эти вот, The North Face, вот эти вот нормальные были. Вот эти? Не, не желтые, там черные были, нормальные, нет? Блядь, изики вообще забей. Такие аккуратные. Какие еще есть шорты по фирмам? Я не знаю, я ношу Calvin Klein. Типа. Шорты? Может, да, и нормальные, обычные шорты. Как оно пишется? ЦК напиши и все. ЦК? Вот так? Да. Да. Есть? Нет. Значит, напиши Келвин. Да. Ненормальные, да? Да, ну, типа, там разности. А бриджи есть такое? Бриджи? Бриджи. Так вот же есть наверху бриджи. Где? Вот бермуды, бермуды. Вот шорты бермуды. Ты, вот это? Ну, это же бриджи. Бриджи ниже колен идут. Да не чинадес, а вот это вот. Шорты бермуды слева. Такой ты бермуд. Что ты несешь, да, нахуй? А какие-то они на короткие, типа, как-то... Как трусики, блядь. Как будто шишки, да. Нет, не то. Какие мне кажется, есть? Они просто надеты до сосков. Ну да, может быть, он, кстати, просто он слишком длинный, Кент. Какие еще есть? Тебе пишут бейп в чате. Бейп. Что такое бейп? Что за вейп? Что это такое? Я первый раз слышу. О, ебать. О, вот это тебе подойдет, слышишь? Все за 300, вот такие буквально. Это не гривен, братан, это доллар, евро. Ну так, я знаю. Ну тут с монстром хотя бы, тут они хотя бы прикольные. Да нахуй мне эта скала, блядь, пускай себе там сидит, блядь, в горах, нахуй. Бля, вот эти прикольные такие. Вот да такие не... можно получить бесплатно, типа. Такое, да, ты можешь реально ходи. В Украине же армия есть. Блять, как же сложно выбрать что-то себе, пиздец. Вот эти мне нравятся тоже. Просто еще тяжело как-то в интернете что-то выбирать. Как ты это что-то вообще выбираешь? Что это за педали? Приедь? Можно такие купить себе? Это чисто... Это фулл имба, это не контрится ничем. Это как, это тихо, на огород вышел, блядь, за картошкой, блядь, или там за помидорками, блядь, в погреб. Ой, сори, блядь, что громко на это. Ну это тебе пиздец, блядь, это что за чепоты? Я просто вкладку переключал, потом включаю это. Выйди в город, слышишь? Ой. Куда? В город, выйди и примерь все, что хочешь, ты заебал. А как это понять? Ну, ты как будешь сейчас шмотки выбирать, ты же не видишь, как они лежат у тебя в реал-лайве. Опа! Че? Спамки пришли? Нет, мне кое-кто отправил Сэмчик. Ну, я? Не-не-не-не-не, мне отправили кое-что интересное, брат. Братишка, кто? Чек не тапки, а Adidas X. Сиськи? Нет, Скруджи отправил. Приколяс. Adidas X-ON. Бля, ну если честно, дорого, очень дорого. Но я типа навыбирал что-то. Закончил. Это уж точно. Да хуйня тоже мне не нравится. Не, да, это вообще пиздос. Это пиздосно.
Off-white. Off-white. А давайте off-white шорты. Блядь, а что я сделал? Одежда. А есть бриджи. Почему нету бриджи? Почему нету бриджи, блядь? Зайди в шорты, заебал ты. Бриджи стоит. Off-white, блядь. Ну, окей, 300 евро. Что 300 евро кидать? За шорты. Блядь, не, за шорты. Это вообще пиздос, братан. Ой, давайте бля... такой же крестик, блядь. Приедешь, тебе такой же крестик, блядь. Нарисую и будут шорты за 300 арин. Я на сапки больше проебал. Мог бы, блядь, не дарить сапки. Сто сабок, блядь, шорты стоят. Чуть больше. Не, сто сабок, да, шорты, да, стоят. 100 сабок, Рома. Какой 150 сабок, алё? Так, с комиссией. Ты чё? 300 баксов, блядь, у меня. Но мне, кстати, у меня а ты сабки покупаешь по 450? 400. Нет, просто у нас же в Украине, типа, нет лока на 400 рублей. У нас, типа, по курсу все равно. У нас по курсу, ёбну. Вот это мне нравится, вот это. Бля, они длинные. Вот эта девочка нарисована, интересно. Я их сохраню себе. Может, какую-то паль найду? Ну, есть только паль брать, потому что ну, 360 долларов за шорты, ну, типа, я не знаю, 360 евро, точнее. За майку даже жалко. Не, ну, просто я такое число, типа... Типа, я... Да, это 1040, да, наверное? А, 30. Ох, ёбаный сыр, блядь. Вот тут 500 гривен, смотри, какие красивые, блядь. Сука, кроп, блядь. Я в 15 лет только одевался в кропе, блядь. Да в чем разница, где ты одеваешься, если ты по факту вообще, блядь, волкодав нахуй чисто, блядь, какой-то. Да просто за 500 гривен можно нормальные шорты взять. Кельвин Кляйни, блядь, понимаешь? Окей, а есть Томми Хилфигер? Волкодав, сука. У меня мама фул в Томми Хилфигере ходит, чтобы ты понимал. Я, блядь, не знаю, да. А Том Форд кто это? Ну это вот кто создал Форд Фокус, Форд Мустанг. О, Томми Хилфигер, ебать, подешевле можно что-то найти. Ну что это такое? Это, блядь, с брюк срезали, блядь. Что это за хуета, блядь, на шортах? Он так, ты видишь, он под пиджак, типа. Да ты не то смотришь, ты какой-то... Это стиль, там... понял? Это чисто бостонский колледж какой-то, школьник, я не знаю, кто это. За шорты давать 2 плюс 2 какая-то пиздец, вот чекни. Это нормальная ссылка, смотри. Я бы так не был бы уверен. Да не, это нормально. Это нормально, отсосовская ссылка. Я сейчас Сэмчик. Че? Томми Хилфигер, ну вот это интересные такие. И недорого. Ну да, чей надо. Посчитаю, сколько мне это выйдет. Не, вот это вообще уёбище фул. Ну такое. Ебать, я не думал, что выбирать вещи так сложно. Будь здоров. Бренд. В жизни чей ходить надо, прикинь. Я первый раз такие бренды вижу, как минимум, так что. Стиль. Как понять? Блять, не понимаю. Сезон. Блять, чё мне тут? По типу продукта. Спасибо, пацан. Спасибо. Будь здоров, брат. Блять, как нахуй разобраться тут нахуй? И цены еще уёбищные. Алло, ты все еще шорты выбираешь, злой! Да. Без тебя ничего не может. Арина, ты могла бы мне помочь? А что? А ты просто покинула его, ушла и все. Покинула чат, Арина. Ему спутница нужна, слышишь? Украина. Так он все правильно делает. Мы же сразу сказали, на ососе надо. Здорово. Злой. Да. Здорово, ребят, здорово. Здорово. Злой, ты можешь мне переходить по ссылкам из доната? Ты что, вообще обезьяна? В смысле? Я вижу ссылки, которые нормальные. Какая разница, какую ты ссылку видишь, блядь? Что, может грязь какая-то быть? Конечно. Там осос обычный.
Ну какая разница? Обычно без трекера, без трекера. Я видел это без трекера. Да все может быть, он тыкает как попало, блядь. Не надо вообще ни на какую ссылку заходить. Пошли нахуй с своими ссылками, понятно? Я волнул, как батя облетел такой и... Да нет, смысл, ну просто типа, потом будет такая же хуйня, раз, два, три, блядь, и все. И стрим закончен. А, я понял, о чем ты. Не, ну это еще самое простое. Я не говорю про какие-то там скамы, блядь, про это такое. Я знаю, что прочитаешь, это IP-логер, IP-логер не вшите в осос. Тяжело сделать. Там без трекера, без всего, я видел. Нет, там было... Да, да, в осос очень сложно вшить. IP-трекер, когда там есть буква О и А разные, ну типа. А что ж мне тогда чекать, если не по ссылкам, брат? О, ну, я не знаю. Попроси просто, чтобы я на твоем месте не чекал бы никогда. Я вообще по ссылкам не захожу. Как тебе шорты? Я не знаю, ты там смотришь офлайн шорты, зачем? Типа, за 20 тысяч рублей покупать шорты? Я не буду такие дорогие покупать, а что, дочь миллионера, ебу, блядь! Да вот это даже дорого, блядь, 100 евро, нахуй, за вот, 500 гривен, да, во, блядь. Да, шорты для пляжа какие-то, зачем? Вот, ебать, классно же, не, блядь. Ну, мне кажется, это какие-то тоже такие сельские, знаешь, 2008-го какого-то. Блядь, да я не понимаю в этих вещах. Полоски. Так а зачем ты, почему ты не берешь классику? Типа, просто черные кроссовки с какой-то там надписью, там, бренда или какого-то, если ты хочешь. Просто какие-то дефолтные. И хватит смотреть женское, почему ты считаешь, что все смотришь женское? Ты заебал, блядь. Выбери мужскую одежду, блядь. Ну вот, классика, черная, вот. Ну вот, они уже лучше смотрятся, чем все, что ты смотрел до этого, блядь. Блядь, и прав. Арина, нормальные? Хотя это какие-то странные. Не-не-не, это чисто... Надо а почему ты реально хочешь спортивные? Возьми, знаешь, такие в стиле милитари такие. Вон, возьми вон джинсовые, блядь. Это же бесплатные, понял? Милитари, да, это бесплатные чисто. Я шортики хочу, у меня ножки милые. Вот, да я тебе сейчас скину, злой, я тебе ВК сейчас скину. Я вот эти вот дырки, блядь, вот эти пошорка ненавижу, блядь, просто. Я тоже ненавижу. Вот эти, смотри, милитари. Да, понимаешь, это кабукак, вот. Тебе, например, не нравится, ему нравится. Да, я понимаю, что я вообще прям... Не, мы понимаем, но если он приедет в Харьков, мы просто захейтим, и все. Фишка в том, что они, кстати, нормально выглядят, ну, то есть они, типа, многие вот эти дырки, они смотрятся с многими кроссовками. Я помню, мы, блин, вышли погулять, и просто всю дорогу я волом, блин, хуесосил кроссовки злого, это было пиздец. А, дядь, показать тебе найки мои? Ты видел мои найки новые? Я говорю, отстань от него, блин. Вы бы видели, блядь, в чем... Не, дядь, смотри, я сейчас покажу, которых я к тебе приеду, брат, смотри. Нет, покажи мне старые свои. Это тебе разноцветные велон? Желтые такие. Желто-синие. Нет, просто желтые. Такие уебанские, бля. Это просто пиздец. Дядь, это худшее. Ну, то есть, типа, это сами кроссовки нормальные, но, типа, цвет, и с чем он их надевал, это пиздец вообще. Чтоб ты услышал, увидел это. Алло, ты тут? А их видно было. Да, мы их видели. Синий. Что это такое? Это Nike Free Run. Возвращайте тебя в прошлое. Почему не грязный? Покажи, пожалуйста, мне кроссовки, в которых ты ко мне приехал. А это хуёвые, что ли? Это хуёвые? Ну это беговые. Ну это хуже, чем те, брат. Ай, блядь, мне нравится, они в них уютно ходить. А это ты повседневно? Да, в тапочках можно. Повседневно хожу, да. Слышь, а у меня есть идея, приезжай в тапках. Нет, покажи те Nike, которые до этого были. Блять, у нас тут что, модный приговор, блять? Чтобы понимать, он в таком забавном виде приехал, это вообще пиздец. Типа, блин, даже не помню, у него, по-моему, все черное было. Не-не, у него, короче, рубашка синяя. Рубашка синяя, штаны и желтые кроссовки. Смотри, нет, Стел, у него были черные кроссовки, желтая футболка Хатор и вот эти вот Nike. Которые, что. Ну вот. Да. Бля, чуваки, вот эти вот кроссовки, бля, они на нем выглядят просто пиздец. Это, бля. Я вам не могу объяснить.
Блять, там какой кибербуллинг, пиздец за. Не, я тебя дефала единственный заметь без лайк. Нет. Вы просто не представляете, как они выглядят на нем, как он их типа сочетает. То есть. Он их никак не сочетал. Он был в рубашке, он был в синей рубашке, брюки и вот эти кроссовки. Да, я говорю, типа, что зачем ты их носишь, ну, с такой типа одеждой. Ну они, честно, в жизни это вообще пиздос. Ебать, на, теперь я вообще нихуя не хочу, блядь, выбирать. Ты не плачь. Обидели злого, блядь, нахуя. Зато у него есть индивидуальный стиль. Дима, у тебя нет. То хуйня, что то хуйня, что это хуйня, блядь. Алло. А, зато, говорю, у тебя индивидуальный стиль долбоеба есть, а у нее нет. Злой, слышишь? Да. Так это получается, ты ко мне приедешь, а нас уже все открывают. Мы дальше можем куда-то пойти. Серьезно? Ну, у нас же по чуть-чуть все открывают. Да, блядь, я так хочу какие-то вещи новые, пиздец. Ну, как вот эти шорты вам? Они ж пиздатые. Камуфляжка, а? Я почему-то камуфляж не очень люблю. Но это такое... Много людей прям очень любят камуфляж, а я... Красный мне нравится, да. Ну вот красные прикольно смотрите, и под красные кроссовки какие-то, знаешь, типа. Ну, а у меня смотри, синие. Вот скажу честно, что мне нравится. Не-не-не, ни в коем случае. Слышите, что мне нравится из камуфляжа, это мне очень нравится этот... Сейчас. Слова забыл, в гугле ищет. Почему не фоловимся? Там Слава написал по поводу сникерса, блядь. Просто это вообще был пиздец реально в ролике. Короче, а что мне нравится из камуфляжа, это мне нравится фирма Бейп. У них очень много таких прям вещей, которые... Да, мы смотрели, мы только что смотрели Бейп. На Фортече. Фортече, блядь. Вот. Бейп, прикольно вообще. Где смотрели мы? На Фортече. Сука, еще вы угораете с меня, блядь, как из идиота. Чат, как думаете, следующей зимой в чем будут ходить? В этой зимой все ходили, блядь, в это, нахуй. The North Face, нахуй, куртки, блядь. Просто пиздец, нахуй, 90% людей, блядь. Из которых, блядь, 80% китайской. А у меня охуенная, кстати, куртка была. HP. Бля, ну тут куртка, шорты дорогие. Куртка HP за 20 тысяч рублей. Просто обычная черная куртка сельской такого стиля, типа. Бля, просто, как он находит такие вещи? Я просто не понимаю, бля. Они сами притягиваются к нему. Бля, кстати, бля. Ты можешь надеть свою куртку. И надеть кроссовки, и прям люди четко поймут, как, знаешь, то чувство, блядь. Блядь, ну, зайди мне на... нравится бейп кофты, вот это охуенно, я бы взял вот эту. Но дорого, блядь. Вот это, черная или синяя, пиздец охуенно. Конечно. Смотрится. Да, пиздец. Дорого, 400 евро, дядя, очень много. А с другой стороны, 100 сабок, $500. Ну, блин, дядь. Ну, типа, просто сабок по-другому никак не подарить, понимаешь? А кофту хорошую можно купить. Можно купить. Типа, не знаю, я Адик покупаю все кофты в основном. У меня есть несколько Кельвин Кляйн, и то, типа... Блядь. По-моему, если не ошибаюсь, я их дешевле купил, чем этот Адидас, блядь. Да, не дешевле. У меня тоже Кельвин Кляйн. Но это тоже дело каждого. Вот Кельвин Кляйн, они... Это фулл имба, это прям идеально. Нет, ну, смотрите, объясню, короче, у меня была такая тема, у меня была Calvin Klein сначала вообще, я угорал, ну, то есть, типа, там они вообще ничего не делают, то есть, просто одежда, а потом я понял, что она удобна, короче, то есть, ты ее покупаешь, и она под много что подходит, потому что она, типа, фулл дефолтная, понимаете, но при этом ты получаешь дефолтную футболку, дефолтную кофту, блядь, все, нахуй, дефолтное, просто с двумя ебаными буквами. Блядь, ты наговорил про эти педали, я теперь, блядь, не знаю, не хочу их одевать, блядь. Про какие? Про синие Nike, блядь, говорит, хуйня. А вот эти шорты, тюль, чисто маминая тюль. Nike. Злой,
Давай ты приедешь ко мне в Харьков, а я тебя одену за свои деньги чисто. У меня есть деньги. Я тебе сделаю подарок. Какой подарок? А может, вы такой ролик снимете, типа, идем шопить? Да. Да, имба. Одеваю злого, нормальный ролик. Нам нужно типа, нашел бомжа на улице, приодел немного. Вот так. Нет, мы, знаешь, мы даже сделаем больше. Мы даже с Инстаграмом сделаем. Мы будем Инстаграм постить варианты, они будут голосовать, а мы будем покупать. Телеграм лучше, брат. Ну и Инстаграм Телеграм... тоже. Телеграм такое, блин. Тут подушка за 126 евро. Блять, вот мне понравился бейп очень сильно. Мне кофта вот эта нравится очень сильно. Я хочу эту кофту. Мой совет, бери. Нравится, бери. Да это дорого очень. Вот да похуй, заработаешь. Теряю. Нет, дядь, нет. Вот, ну, просто послушай меня. Пожалуйста, не бери такие вещи. Просто, ну, не начинай ты это делать. Ты сейчас возьмешь одну кофту за 400 евро, потом возьмешь вторую кофту за 400 евро, потом возьмешь кроссовки за 1000 долларов, а потом будешь ходить, блядь, на все деньги закупаться в ебаных Louis Vuitton'ах, понимаешь? Я тебе уверяю, что будет так. Типа, ты сейчас начнешь транжирить деньги. Это так, пойдем в кроп. Кроп, пойдем, блядь. Не обязательно кроп. Посмотри для себя бренды, такие как Calvin Klein, Tommy Hilfiger тот же, типа. Есть много брендов, которые делают нормальные вещи, но они хотя бы не такие дорогие. Блять, хочу шорты нормальные найти. Что у нас есть? Я тебе скажу так, что ты можешь найти вещь такую же самую, как Calvin Klein, ты можешь найти в каком-то резерве, блять, знаешь, в H&M ебаном, блять. Точно такую же, только там ничего не будет написано, блять. Ебать, я большая. Ну, рофл-то в том, что сейчас закрыто все, Вадя. Так заказ, мы заказали. Это какой кроп? Я не знаю, почему ты выбираешь кроп. Кроп — это молодежная такая одежда, понимаешь? А молодежная. Я, значит, хуй старый. Хочешь? Нет. Молодежная в плане, типа, тебе уже надо более... А напиши Uniqlo. Если ты хочешь прикольные футболки, напиши Uniqlo. Вот мне, Uniqlo, смотри, скинула это... Levi's. Кстати, я там покупаю футболки. Вот здесь? Некоторые. Да. North Face, Levi's, Tommy. Да, пиздатые шорты. Что еще есть? Там много, есть миллион брендов. Да, нужно зацикливаться на кропе, на молодежном бренде для 12-летних. Ну, да. Типа, это бессмысленно. Uniqlo. А где Украина? Там карантин, уже забыл все бренды. На Vans, кстати. Просто в этом Levi's. Да мне похуй. Я тебе вообще сейчас пермачу ебу, долбоеб на сабе. Извини, шутка, не шутка. Еще раз напишу, хуйню въебу. А где Украина? Я говорю, просто фишка в том, что ты получаешь, если честно, ты получаешь ту же самую вещь. Что можно купить и в Левайсе, что можно купить в Uniqlo, блядь. Вот если берешь дефолтную черную футболку, она будет везде одинаковая, как Calvin Klein, блядь. Только будет надпись другая, понимаешь? У меня Calvin Klein, Levi's, в Original. В Original посмотри. Тоже футболочки. Original. Если ты хочешь что-то крутое, я не знаю, то, мне кажется, классные фирмы это, этот, блядь, Паль, который Паль Энджел. Палм Энджел? Да, вот мне нравится, например, эта фирма. Она, а где в Украине? Вадя, где ты в Украине шмотки покупаешь? Заказ, нигде, я в Украине ничего не заказывал. Паль Энджел ты можешь взять за 1000 гривен в Украине. Палм. Вот такие вещи лучше, мне кажется, мерить в ТЦ. Походить. Ну знаешь, что я тебя расстрою? Ты наденешь любую футболку, вот эту, и ты будешь, возможно, в ней как додик ебаный. Ебать свой, блядь. Не, ну если добавить кроссовки, слышишь, то в принципе будет нормально. Ебать, тут футболка, где чел яичню жарит, нахуй. Вы чё, рофлите, блядь? Ой, кстати, еще Элис вроде, да, есть бренд? Как он там называется? Элис. И... Это надо ознакомливаться с этим дерьмом всем. Я забыла. О, это бусеру бы подошло. Эллис, по-моему. Худи с... Ну, короче, худи. А, это огненная залупа это, да, все типа? Угу, это прикольно, ну дорого. Блядь, что так дорого, блядь, обычные шмотки, можно их как-то сделать, блядь? Что? Такую огненную я бы никогда не брал. Блин. Вот такую даже? Ну, честно, мне не очень. Хотя, может, я ему, короче, в инсту кинула шмотки, пускай глянет. На Асосе она мне кинула шмотки.
Не переходи там, трекер. Точно? Mm-hmm. Вика Картер хочет меня взломать? Есть шанс. Маленький, но есть. Какой ты параноик. Нет, Вадик нормально думает. Да не, я уже параноик, потому что у меня стримы постоянно падают, понимаешь? Типа. Блять, что это такое? Вот это классно. А ну, смотри, накидала. Ну, да, кстати, нормальные, кстати, нормальные. Классно, нормальные шорты. О, кстати, вот, если ты хочешь штаны и шорты, я все покупаю в Бершке. Я не знаю почему. Прям Бершка, это вообще имба лютая. А вот H&M, эти штаны и шорты, все там, типа. Балдеж. Элис хорошая фирма. Это вот та, которую она скинула. Элис. Мне вот это нравится, вот эти шорты. О, Калужин, или как он там. А эти? Ну это такое что-то, блядь. Бля, прикольные, да? Да-да, вот эти охуенные, мне тоже понравились. И блядь, так 4000. Сложно выбирать вещи. Пизда. У меня некоторые шмотки есть от Элис, они хорошего качества вообще, прям пиздатенькие. Спасибо. Взять себе вы на это. А вот эти? Тоже прикольные. Ну, типа, это такие официальные. О, мне не нравится. Не-не, нормальный. Пояс такой дешманский. Ну, типа, без пояса может быть нормально. Но это Бершка, ну, просто фасон прикольный. Посмотри, как они сидят нормально. Бля, Ринян вообще не шарит за шмот и говорит, каждый бренд хуйню. Ринян, это тебе. Mm-hmm. У него Ринян есть вкус. А где Украина, блядь, в Левисе? Блядь, пиздец. Я это посмотрела, в Левайсе особо ничего нету. Там вот только черные шорты, которые я тебе скинула. И зеленые милитари такие. Это как он, хак или как он называется. И все. Тебе мне такие фирмы, как Jiffy, Free, Marcello, Bruno, Michelle Kors. Michelle Kors? Ой, блядь. Michael Kors. Миша. Миша Корс. А что я не знаю, а в... О, прикольно. Прикольно так, слушай. О, вот это прикольно, блядь, вот это... Дайте совет, вот это заебись? Мне не заходит такой шмот. А Майкл Корс, типа, это сумки. На одежду я не вижу смысла носить от Майкла Корса. Вот это интересно так. Как будто ты, блядь, стену красил с батей, и батя тебя ёбнул. Самые колхозные, вот я смотрю, ты смотришь, самые колхозные шмотки выбираешь ты. Что это за, блядь? Это пиздец, блядь, ну это... Нет, я не буду такое носить. Сумки от Майкла Корса норма, но шмотки, ну, типа, зачем? Ну ты видела эту кофту, я не знаю, типа... Пароход чистый. Ну нахуй такое, блядь. Вот Франкие Морельи... Блять, нихуя имена у них сложные. Фрэнки Морелло. Я сейчас опять раз. Какие-то, блять, вот эти вот... О, щит, мэн, а что так грязно? Это чисто... Это пиджаки какие-то грязные? Ужас. Ужас. Грязные пиджаки, блять. Ужас. Да посмотри такой, блять, я никогда в пиджаках не ходил. Хотя мне бы, наверное, подошло. Не. А это что? Это мусорного пакета, блять, вот кофту сделали. Куртку. Уёбищная, блядь. Дождевик какой-то, блядь. А это что, наклейка? Это с этой наклейкой где долбоёб ходить, что ли, блядь? Да нет, это типа чисто кто шарит, как это хуйня. Типа я такой, мне такое не нравится. Чечевица, блядь, пишет. Чечевица. Вот это прикольно. Не хотят... Какая-то непонятная мода, типа, не... Типа странно, не знаю. Сухофрукт, говорит. Это не сухофрукт. Бля, я не понимаю, типа, что... О, бля, вот это интересно так. Хотя посмотри, человеке... Лакост. Лакост видел этот фильм? Лакоста? Нравится?
да, Лакост уже что-то не особо. Раньше был норм. Мы раньше был один из любимых брендов. Сейчас что-то уже. У меня, если честно, ничего нет из Лакоста, но типа мало ли ему понравилось. Не, Лакост качественный, но он уже как бы не знаю, мне кажется, он не в тренде уже. Давай, делай мерч и ходи в нем. Бля, это все фигня. Бери Томик Ральф, Юникло, рубашки. Рубашки Лакост и шорты, штаны Юникло Стон. Ну, Стон Айленд. Я не хочу эти патчи носить, блядь. Не-не-не, Юникло норм. Юникло нормальная тема. Но там, конечно, надо бля, искать. Мне нравится. Лакост? Да, а, это плавки. Я сказал, тебе понравится такое. Это плавки. Я думал, это шорты, блядь. Это с крокодильчиком, блядь. Не, ебал я рот этого крокодильчика. Вот это вот. Блядь, это плавки-шорты, а я хочу просто шорты. Так если ты будешь носить их как обычный шорт, тебе никто ничего не скажет. Там же функционально можно носить, блядь. Ты думаешь, блядь. Нравится, бери, носи, похуй вообще, честно. Можешь вообще в трусах ходить. Я никогда просто так жестко шмотки не выбирал. Я всегда заходил, брал первые попавшиеся и уходил. А ты долго вещи выбираешь, Сэм? Я? Да. Ну так, не сильно долго. 88 евро это... Ну, это немного. Но за шорты, ну такое. 5, да, наверное? Угу. Больше. 8. 6 тысяч, да нормально? Какой 8, блядь, ты считать умеешь? Я тебе еще скину. Просто очень сложно мониторить все. Мне, бля, мы пока как педали выбирали, пацаны, это вообще пиздец. Пацаны. Так, выбери себе какой-то стиль, знаешь, условно. Я тебе объясню, давай сейчас так построим. Давай сделаем конструктор, смотри. Давай, а есть какой-то конструктор со стилем смотра? Есть. Послушай, смотри, есть конструктор, смотри. Первый стиль, давай так. Есть три стиля. Первый стиль, ебланский, какой ты хочешь, вообще похуй. Вот прохуй, на похуй. Вот послушай, я сейчас идеально подберу. Первый ебланский стиль, просто любой, как тебе нравится. Второй официально деловой, который ты выйдешь на какую-то встречу, там, может, на свиданку, щелку, я не знаю, как тебе будет. И третий стиль, это спортивный, понял? Выбирай три стиля, вот сейчас, для себя. И не просто рандомная майка, футболка, а именно вот берешь первый стиль, ебланский, какой хочешь, второе, условно, рубашка, брюки и хорошие ботинки, да, там, и третий, там, спортивки там какие-то, да, условно, майка, футболка, там, я не знаю, худи, кроссовки, там, вот, адидасовские, вот, именно вот так вот, выбирай по луково, понимаешь, по луково, ты когда выбираешь майку, выбирай сразу под нее футболку, штаны под нее, там, шорты, сразу думай, как они будут смотреться, представляю в голове у себя. А ты выбираешь, там майку цепанул, здесь цепанул, блядь, майка Off-White, штаны, блядь, Tommy Hilfiger, хуй пойми, еще там. Вроде как правильно объяснил. Ты правильно объяснил, но надо этот конструктор, есть вообще он? Существует такой конструктор одевания? Да в голове себе построить. Да в голове что построить, я что вещей дохуя вижу, блядь? Да, ну, ему надо просто шмотки новые, и пускай куча всего понаберет, потом уже все построит. А ему так еще сложно будет, у него ничего нету. Так, я и говорю, что присмотрел, что он хочет. Короче, если честно, жди просто, когда ты поедешь в Харьков, поедете с Авилоном, купите так. Да, тебе надо... Да почему меня все должны одевать? Почему я сам не могу одеться на своих ошибках учиться? Так будет проще, потому что тебе будет рядом человек, который будет подсказывать. И так будет проще, потому что ты сможешь вживую померить и понять, хуйня это или не хуйня. Вот и все. Че, Арина, согласна? Не, я согласна. Я согласна, что нужно несколько стилей. Я ему изначально про это все говорю. Просто он не знает, он не может построить, потому что у него нету представления. Вот в чем прикол. Если бы у него было представление, он бы изи это построил. Я просто не люблю за кого-то что-то выбирать. Я просто могу советовать. Мне кажется, ему надо взять девочку и мальчика какого-нибудь. А мне кажется, надо нам зафоловиться на канал, потому что, блядь, 10 тысяч смотрит, никто нахуй не фоловится, блядь. 1000 фолловеров за сегодня, вы чё, рофлите, блядь. Просто самому какой-то, самому... А ну, блядь! Стиль, понял, типа так. Свой а лук. То сейчас посажу сюда, вот, быстро. Там официально заводит спортивный, все, вот так вот. У меня так работает. Да. У меня есть свой лук какой-то такой ебланский чисто. Есть официально завод и спортивный. Вот все.
У меня в последнее время только есть один лук домашний, блядь, при карантине. Ну, я даже не помню, типа... Я не помню, когда я последний покупал что-то. Я не помню, когда я последний раз одевалась для чего-то, для выхода на улицу. Я на стрим рубашку одевал такую, знаешь. Да-да-да, у меня вот только, да, рубашка. Да это что такое, блядь? Киберсвидание с Аринян. Это, блядь, что за... Уебанство. Бля, вот какие-то... Слышь, что чел пишет? В GTA оденься и прикинешь. Я там вообще как еблан бегаю. Я тоже. Открой лукбук, кстати. Я не знаю, что раньше... Что такое лукбук? Лукбук — это когда, ну, человек одет в каком-то определенном луке, и там есть все ссылки на этот лук. Вот как-то так. Это, по-моему, не тот Кент. Ну, блядь, ну это... Я не знаю сайты и лукбуков сейчас. В телеге вот я подписана на Телеграм, но там женские. Мужские, не знаю, можете подскажете в чатике. Нахуя на себя овощ надевать? В смысле? На себя овощ надевать? В смысле? Вот я слушаю, что ты пиздишь, и думаю, что мне ёбнули меня. UFC или где? В GTA? UFC, блядь. У тебя же PS-ки нету, брат? У меня нет. Блянь. Я могу купить, пох. Купи мерч Харда, у него топ-шмотки. Спасибо, брат. Вон тебе скинули looks everyday. Да-да, это ВК. Я ебал смотреть, мне сейчас там хуя как скинут в комментарии, блядь. Не-не, реально, найди где-нибудь, можете кто-нибудь скинет луки мужские хорошие. Сайты или там группы. Спизди просто чей-то лук и все, какого-то там сильного мужика, если нравится. Ща, блядь, надо... О, чек что пишет. Лук он в ВК. Я не буду в ВК заходить на стриме смотреть. Меня хуи скинут. Я отличу на день. Не-не-не-не-не. Сейчас, лук он. А, вот нашел. Там уже хуй скинули, я смотрю на втором экране. Чтоб ты понимал. Да, не, сидят тут, блядь, с ракетами типы уже заряженные. Давай, давай, блядь, сука. Сиди, блядь. Ну без экрана зайди, слышишь, на втором мониторе. Ну я чекаю, и по отдельности вытаскиваю, показываю. Да не-не-не, ебал я, блядь. Я тебе говорю, он не найдут способ, я ебал нахуй рисковать. Да, блядь, фотки отдельности показываю. Я не говорю, ВК открывай, фотки. Бля, вот это прикольные. Ну да, кстати, тут прям чисто лук, понял, показывай. Не, я не про то, брат. Вот такое, тут какая-то чисто... Это не молодежь, слишком молодежная. Чечевица какая-то, блядь, на самом деле, нахуй. Чечевица. В принципе, я выбрал, у меня есть дохуя шортов, блядь, дохуя педалей, дохуя всякого дерьма. Не, вот это то, что кинула Вика, прикольно, слышишь? Это да, мне тоже записался. А вот этот лук можно купить? Темно-синяя куртка, Харрингтон, чё? Харрингтон. А под низ что-то можно взять? Ну да, так, ну типа... прикольно, реально. Не, ну это слишком дефолт, ну, так смотришь, full дефолт. Спасибо за 50, брат. Я не знаю, можно ли купить вот это. Все, я увидел. А вот next, суженные... Ну это что-то... пиздец какой-то. Ну я так это... не хожу, типа вот так. Ну какая-то пижамная вечеринка, блядь. Да, не знаю, кому это подойдет. Это человека, который это подойдет, понял. Но это все равно прикольный шмот, типа, я к тому. А это еще какой-то Asos дизайн. Да хуй знает. Вот Lacoste интересно. Мне Lacoste нравится. Я типа отметил парочку. Ну, видишь, тебе такой заходит. Поэтому пик и это. Пик и вот в этом стиле что-то. Ну, вот это вообще, прикольно, блядь. Ну, супер. Я хуйню не посоветую. Вот это... Весело, блядь. Ну ты серьезно хочешь, вот, прикинь, ты злой, блядь. И... Ты даже не злой, блядь, ты хочешь вот этих My Little, блядь, пони. Что это такое, блядь, вообще? А что тут такого? А что тут такого? Не знаю. А что тут такого, блядь?
Чат, вам не нравится? Как по мне, заебись. Нет. Что-то, вот если это Арине надела, блядь, то еще ладно, блядь. Ну вот. Да, там есть, наверное, какую хмарынку посмотреть. Ладно. Не, ну Лакоста такое. А какие еще есть эти актуально вот? Похоже на Лакоста, сказать? Новинки, брат, новинки. Ну, Ральф Лаурен, но... Да, Ральф. Ну, мне не знаю. У меня тоже нет ничего от Ральфа, типа, это... Я не знаю, посмотри Кинзо. Как думаешь, ему Кинзо понравится? Вот у меня Кинзо есть. Посмотри Кинзо. Не знаю, Кинзо хз. Кинзо, очень много шмоток неоправданно дорогих, мне кажется. Это факт, да. Но стиль просто интересный. Ну да, да, стиль, да, да. Если я думаю, ему зайдет. Суприм футболки. Рэд мне ассоциируется с дядями больше, чем с парнями. Кинзо? Дядя? Нет, Ральф Ла. Да, ты правильно говоришь. Напиши Кинзо. Злой. Бренд Кинзо, посмотри. Да не Кинза, блять, а Кензо. Я чё, блять, орфографический... Словарь, блять, да. Такой-то, сука. О, это прикольно, блять, дорого. Ну да, есть, там дороговато. Блять, купить, да. Блять, подешевле всё это, сука. Ну нравится систи такой? Ну я как, блять, клоун буду, ёбаный, да и так как клоун, блять. Да, и Кензо... Какие у него шмотки? Ну, я не знаю, типа. Тут давай как подобрать. О, ну да. А если я буду делать шмотки, я а? Я тебе сейчас скину, что у меня есть из Кензо. У тебя есть что-то из Кензо? Я такой, не могу фоткать. Чекни Марша Мабру. Марцело Бруньон. Хуйня. Блять. Давай пусть посмотрит. Видишь, хуйня, может, тебе не нравится. Ну, опять сейчас будет это в том же стиле, который мы в тот раз смотрели. Какой? Какой наподобие чего? Блять, сейчас. Ебать, сумка охуенная. Это что, блять, за луком сходить? Это лук и по лук, блять, сходите? Что это за хуйня? Чекай, скинул. Вот у меня что из Кинзо есть. Правда, там, блять, на заднем фоне... Щит, мэн. Выебнулся, да, дурачок? Да не, ну, я просто хотел показать, у меня больше нету фото других. Вот у меня что есть из Кинзо, посмотри. Арин тут? Это педали? Да. Это да, педали это тоже, да, и это штаны? Тоже Арин, че, когда тоже... жопа? Да пиздец, никогда. В смысле? Все, я передумала. Выебнулся. Почему? Да он наберется 70 лаков по-любому. Пиздец просто. Уже, чтобы ты понимала, за час... За час 44 тысячи. О, Арина, сливай жопу. Это плюс жопа, кстати. Да. Арина, сливай жопу. Не наебёшь. Арин. Блять. Ай. Слова надо... Держать. Да понятно, да. Понятно. Что же делать-то теперь? Не сразу же, сейчас дайте там побреюсь, блять, не знаю, там помоюсь. Скинь мне превью, я оценю нормально. Да, надо на оценку. Не, Ариночка сначала мне, солнышко. Хорошо, Олечка. Кто такой Фред Перри? Знаете такого? Да нет, Кент, он типа... Он... Забей, к нему лучше не ходить за шмотом. А что, он не очень нет шмота? Ну да, он типа что-то... Фред Перри типа, ну как-то... Какой-то непорядочный, короче. Я ему, блядь, нравится, бери, сука, ты заебёшь. Да, блядь, я думаю, я наблюдаю. Ну, типа, по-разному. Бывает, понимаешь, в чём прикол? Томми Хилфигер. Посмотри, да, Хилфигер. Тебе это... надо, понял, вот так вот смотри. Ты должен посмотреть много брендов и посмотреть, да, что надо... тебе, да. Понял, вот так вот, типа, близко. Ну, вот это прикольное. Прикольно, да. А ты North Face чекал? Ты North Face чекал? Да, он чекал. Да, но я только шорты чекал. А у меня есть футболка одна. Мне подарили за North Face. Бля, вот не подарили, вообще. А спиздил грязно. Ну, спиздил, и что? Нет, Томми надо определенные вещи покупать. Там не все вещи. Не, такое. Армани это что такое? Армани это чисто...
Ой, армянский бренд. Не-не-не-не-не, только не. Армянский бренд? Почему армянский? Угу. Ну, зайди, посмотри. Блять, что это, бронежилет? Желтая кофта. А, это куртка, я понял. Не, с логотипом на всю футболку ходить я тоже ебал. А что, с чатом? Чат-то работает? Да, а что? А, все кайф. А Гоша Рубчинский? Ну давай, вперед, удачи. Лет пять назад был модный диск. Ебать, тут штаны 80 евро, тут full комплект стоит 1600 евро, это пиздец. Не, North Face классный бренд, он и по качеству заебись. У меня боты были зимние, вообще хоть раз бы я замерзла. Но это так, это если уж пояснять за качество. Оху, давай Гуччи посмотрим, злой. Гуччи? Угу. Молчи! Пусть посмотрим. Скайп. Бля, штаны прикольные. Не, ничего. Это же джоггеры, да? Нет. Давай посмотрим поближе. Давай чекай гусей. Сейчас все чекну, подождите. Блять, ебать, донатят нахуй, чтобы я все чекал. Так сложно. Бля, вот это прикольно. Это куртка? Я не знаю, гуся только знаю куртку гуся. А гуси, не, если что? Говорить про люксовые бренды, то давай тогда. Prada, Louis Vuitton, гусей. Кто такие гуси, блядь? Да Гуччи. Да гуси. Так гуси. Дольче Габбана. Гусь или Гуччи. Что там блядь? Еще? Ты про что говоришь, Арина? Баленсиага. Ну я начинаю чат читать. Как пишется? Зачем ему просто этот чекать вообще? Смысл какой? Просто пусть посмотрит, да. Аня поймет. А, ну да, ладно. Гуччи. Г-У... У? Гуси. Да Гуччи не так пишет. Сука, тут еще на украинском пишет, блядь, цены пиздец, ёбнешься. Да не смотри на цены, да это стиль такой, знаешь, блядь, ну типа, не всем заходит. Гуччи, ой, Фенди Прада. Туда. Бля, какое уебище. Не, ну поясок можно взять от Louis Vuitton, от гусей, например. Блять, это же такой дефолт, блять. Да смотри, кабан. Нахуй, это что за радуга веселка, блять? Поясок-то можно? Так это только куртка, Кент. Без низа. Это чемоданы стоят под 3000 евро? Да. Угу. Не, чемодан нужно брать Louis Vuittonовский. Зачем чемодан, если можно просто сумку на витону? Нахуя, если можно, блядь, вот этот пакет, блядь, просто клеточный взять и не ебать вообще мозг. Вот этот на вокзале, да, который, блядь? Да. Ебафу. Да я смотрю, охуеваю просто. Тут... Лайк, если сидишь умничаешь, но у тебя ничего нет от этих. Нет. Я в кофта классная вот эта. Но дорогая, пиздец. Не, никогда бы не брал такие дорогие вещи. Это очень дорого. Пакет? Чего, блядь? Кстати, вот он в жизни видит. Выглядит очень уебищно этот пакет. Пакет? Вот этот пакет, да. Пакет 1200 евро. Дешево, нереально дешево выглядит. Очень дешево. И вот он такой желто-грязный, знаешь, чисто грязный. Мерзость нахуй, я ебал, блядь. Ой, блядь, все в пизду, я тоже сейчас буду все шмотки искать. Все. Правда ты говорил еще, да? Да не забей там, так ты можешь не смотреть просто. Скипы. Мне интересно посмотреть, что это. Что это? Ты насрал на грудь, блядь, на как? В болото упал, блядь, что это за хуйня? Ну я же говорил, не чекай даже все эти бренды. Это люксовые бренды, которые нам пока плебом не понять. Ну, кроме... Нет, ремешок, я считаю, что он можно купить.
Они, в принципе, в районе 20 тысяч. Не так это уж и дорого. Я сижу, просто у меня слов нету. Ну, типа, это не шутка. Сумочка. Поясочек. От таких брендов надо покупать сумочки или поясочки. Шмотки не надо оттуда покупать. Перчатки, блядь. Окей, что там? Луи Виттон, да? Как оно пишется? Луи... Угу. АЛВ напиши просто и все. АЛВ? Угу. Блядь, он уже стер. Луи, да, правильно писал. Вот он. Хуя, ебать мой хуй, блядь. А, зашел, блядь, раз в Киеве, Луи Виттон, говорю, чехол сколько у вас? 10 тысяч гривен. И говорю, два заверните, блядь. Я не говорил так. Это что? Это аксессуар. Футбольный мяч. Луи Виттон, футбольный мяч. Что это, ебать? Я, кстати, первый раз вижу это. Давай, похуй, давай возьмем 4,5 тысячи евро всего лишь. Ебать, если бы... Вот если бы было бы 5 тысяч евро, то это было бы дорого. 4,5 нормально. Ну, а Louis Vuitton это самый дорогой, да? Ну нет. 16 тысяч евро сумка? Я тебе сейчас открою Hermes там за 2 миллиона, за 3 миллиона майки. Я сижу, охуеваю. Бля, я бы хотела Louis Vuitton сумочку, блядь. 40 тысяч евро, мягкая игрушка. Хочешь, Злой подарит? Придется, пиздец. Брат, тут мягкая игрушка 40 тысяч евро. Злой подаришься или нет? А меня слышно? Угу. Я живой? Да. Брат, ну, 40 тысяч евро, мягкая игрушка, Louis Vuitton. Это хуйня, на самом деле, хуйня бабки. Типа 15% скидка, смотри, можно брать. Угу. Зато скидка. Бля, не могу понять этого дерьмо, вот это все. Ну, Злой, кто-то может себе это позволить, и, типа, тут особо думать нечего. У кого-то есть возможность. Гуччи, Луи, Прада, а что еще есть? Фенди, Гуччи, Луи, Прада, Дольче Габбана. Ну, это такие люксовые, ну хуй знает, их вообще много на самом деле, но вот самые на слуху. Гермес, Форд. Да, Оффайт, ну Оффайт, блядь. Ну это такой школьный бренд, блядь, это пиздец. Сейчас на меня все сагрятся, да-да-да, сейчас на меня все сагрятся. Угу, угу, давайте вперед. Ив Сен Лоран. Что это, сука, за... Блядь! Я помню, когда вышел только сколько стоит твой шмот, и все такие, Оффайт, Оффайт, Оффайт. Ладно, я тоже на самом деле купила себе кое-что из Оффайта после... Конечно, это уличная Арина. На самом деле такая хуйня, правда. Ну просто смотрите, это чисто школьный бренд. А почему школьный? Не, ну некоторые шмотки... Типа ассоциируются с мажором школьники, вот так вот. Типа. Да-да-да. Просто ассоциацию такую сделали, типа, знаешь? Да, шаришь. Да блин, я не говорю, что Оффайт хуйня, просто вот ну, реально ассоциации для школьника, какого-нибудь такого московского мажористого, ну, мне кажется, просто Злому не подходит. Я же не говорю, что это хуйня, ну как можно сейчас сказать, что это хуйня? Это просто не стиль Злого, я считаю. Не, ну, конечно, если отдельную шмотку брать, то окей. Но мы сейчас говорим про стиль. Может мне куда-то стилиста найти? Да как же жестко распиарят, изи. Там те же Джорданы, там Air Force, просто вот... Если каждого спросите сейчас, то всем нравятся и Форсы, и Джорданы, и Изи. Вот реально всем нравится. Сколько же это, ну, это пиздец. Если скажешь, что Изи или Форсы, или Джорданы хуйня, тебя да, за хуй сосит. Или Оффайт, да, скажешь, что... Да, тебя за хуй сосит просто. Смотрите, я скинул подписчик группу Men's Look называется. Ну да, конечно, брат, по ссылке прыгай. Не-не-не-не, он в инсте написал мне прям. Вот. Ну вот нормальные, кстати, луки здесь. Но вообще, это тебе, не, наверное, не подойдет, тебе надо, говорю, раздолбайски, это я говорю, это официально, да, это официально деловой какой-то, мужицкий, понял, чисто. Да, 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 такси, такси. Лет 30-35, вот так вот. Да, 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 да. Не, Злой, ты вообще бери все, что тебе нравится, хоть Оффайт, хоть, не знаю, что там, Луи Виттон.
Какая разница? У меня ни разу не было. Я ни разу не покупал изи. У тебя есть изи или нет? А? Не. Изи есть? У меня тоже нет. Не знаю, может купить, может. Можно, в принципе, купить. Они говорят, просто удобные, понял? Я только из-за того, что они удобные купить. Не, у меня. Это, у меня только дикие коллабы с одним этим дизайнером. Александром Вангом и стрельбой. Ага. А. Мне не. Кстати, знаешь, какой вспомнил бренд хороший? Александр Маккуин. У него, кстати, тоже коллабы с Адидасом, по-моему, есть. Это фулл вот имба у него. Вышло. Только сейчас, по-моему, вышел сейчас Адидас. У него такой стиль тоже прикольный. О, мы забыли про Филипп Лейн, слышишь? Посмотри Филипп Лейн, слышишь? Это. Филипп как? Филипп Лейн. ФП. Филипп. Не, Филипп через... Он? Брат, он? Нет, нет, нет. Филипп как... Сейчас. Филипп. Вот так написал. А, Зоя, знаешь, что тебе точно надо присесть? Блядь, я вспомнила. Как? Трусы от Кельвин Кляйн. Если у тебя не будет трусов от Кельвин Кляйн, тебе ни одна тёлка не даст. Вот да. Если серьезно, если бы парень при мне спустил штаны, у него не были бы трусы от Кельвин Кляйн, я бы просто развернулась и ушла. А если бы парень спустил штаны, там не было трусов, что ты сделала? Да, а может он нижнее белье показывает? Я не знаю, у меня просто бы показал свои трусы, вы бы охуели. Трусы от Calvin Klein обязательно надо купить. Обязательно. Обязательно. Просто пак покупаешь и все, и не паришься просто. Чек не лайс, а я сейчас тебе фотку скину в трусах. Или без трусов. Давай, куда ты мне скинешь? Алло. Пока. Я тоже что-то хочу такое, блядь. Calvin Klein могу скинуть еще Versace. Бля, вот это пизда. Блин, стой, запиши без рофлов. Я тебе серьезно без рофлов скажу, что... Трусы от Calvin Klein надо точно купить, если ты хочешь быть нормальным. Зоя, нравится куртка? Да. Ёбнутая. Ёбнутая, дядь, блядь. Ебать, панк, рок, металл, блядь. Вот это денег стоит прям, ну, таких нормальных, понял? Пиздец, Сэмчик. Блин, чатик, ну напишите, чтобы он добавился в трусы от Calvin Klein, без рофла. Обязательно, Злой, это реально. Это я не шучу сейчас. Трусы от Calvin Klein, комплект. Я сейчас свои тоже куплю. Все у меня есть. У меня обычные трусы, блядь, семейники, нахуй. Ну, тайба, можно и дома ходить. Так чисто на поебушке можно выйти в Calvin Klein, правильно говорю? Как же Аленя заводит, когда я это говорю? Весна, карантин, да, Аленя? А что он написал? Кельвин Клянь? Нормально. Что не так? Все так, все так. Что, все нормально. Правда, купи Злой, блин, пипец, имба штука. Вот. Да, блядь, да... Просто, когда дело доходит до спасения штанов, там уже похуй. Нет, нет, нет. Это просто прикол, Кент, они реально охуенные трусы. Да нет, это не прикол, серьезно, господи, я серьезно. Да мне тоже нравится, когда баба ходит в топике и в трусах от Calvin Klein, это в пиздец как заводит. Да нет, просто да, хорошее, качественное нижнее белье должно быть. Да, да. Особенно, ну... когда дело доходит до этого, это вообще просто... Прям сейчас заказываю. Прям сейчас. Ты знаешь размер своих трусов? Знаешь, что их нельзя будет... Не закажет. Не закажет, думаешь? Вот пришлю тебе фотку. Хочешь, Аринян, в трусах? Посмотришь. Чё-то молчание, слышишь, друг? Я читаю. Московская шлюха только за трусы дает, без трусов не дает. Ну радуйся, что за трусы дает. Ладно, я пойду ролик смотреть, я так заебался с этим луком, это 4 часа, 3 часа. 4 часа мы выбирали лук, ты представляешь, 4. В итоге что ты выбрал? Да, у меня есть целый список, я пересмотрю. Тогда мы пойдем пошалимся, а я нет, слышишь, давай. Не, я пойду, все, я пойду мыться и фоткать жопу. О, телеге? Давай, ой, давай, жду. Все, давайте. Увидимся. Все, спасибо, спасибо за помощь огромную. Сэм, Арина, Нян.
всем, кто помогал. Спасибо. Давай, давай. Давайте, всем пока.